чуть-чуть пообщались, поэтому общайтесь. Не надо, чтобы кто-то сидел в одиночестве, подойдите друг к другу, пообщайтесь, потому что суть наших мероприятий, она, в общем-то, не в контенте, пока не слышат спикеры. Она в знакомствах, чтобы мы дружили, дополняли друг друга, знаете, инь-янь, туда-сюда, вот это все, да? Поэтому прошу, у вас есть еще минут 10 пообщаться. Спасибо. Спасибо, желаю.
опоздали на 20 минут. Присаживайтесь. Нет, здесь впереди уже нету мест. Значит, давайте так. Акцент с меня убираем на вот этих двух парней. Давайте еще раз очень громко, потому что они не сядут на свои места, если мы их сильно не поприветствуем. Понял. Еду не ужинали, плохо пообедали, слабенькие были аплодисменты, но все-таки уважим аудиторию, присядем. Окей, друзья, как обычно, 5 минут дайте, я быстренько вам расскажу, какое мероприятие вы назвали, потому что я вижу много новых лиц. Надо сделать небольшое интро про то, что здесь происходит. Мы называемся Ложа. Сразу же делаю акцент. Мы никакие не масоны, и к масонам никакого отношения не имеем. Классное просто название. А, все, да. Ну, для тебя масон. Вот, ну, в любом случае, никаким к тайным обществам отношения мы не имеем. Мы просто группа друзей, как правило, нас больше. Но мне сказали, что сейчас в Киеве какие-то ужасные пробки, а члены ложи, да, они обычно, ну, не знают, что такое метро, не знают, как, значит, там ездить без пробок, они все сейчас стоят в автомобилях, на мостах там и так далее, и так далее. Вот, значит, у нас акцент в основном на философию, на экономику, на политику. Вот. Я понимаю, что сегодня тема очень интересная, которая к философии чуть-чуть мало имеет отношения, но инвестиции, инвестирование и финансы, это, в общем-то, напрямую влияет на экономику, а поэтому это все равно тоже наш стек. Большая удача, что сегодня к нам попали эти два спикера. Прям огромная удача. На самом деле вы не понимаете, какие жемчужины здесь сидят. Здесь две огромные жемчужины, которые сегодня нам расскажут, как нам наконец-то стать богатыми, причем в 22-м году. То есть не где-то там через 10 лет, а вот уже в 22-м году мы можем все стать богатыми. А когда человек богат, он может что? Он может уже заниматься благотворительностью, он может заниматься философскими какими-то изысканиями, он может заниматься политикой. Мы ни на что не намекаем, мы не масонская ложа ни в коем случае. Но в любом случае деньги — это суперважная часть нашей жизни, поэтому мы сегодня будем про них говорить. Дмитрий Карпиловский. Ну громче, ребятушки, давайте прокачаем. Yes, yes. Прям чувствую себя спикером какой-то пирамиды, знаете, типа, давайте взорвем это пространство. Кстати, микрофоны надо, как же они говорить будут? Дайте микрофоны людям. Так. Да, еще и говорить нам придется. Тут еще вопросы. Я вообще зарядил здесь людей на каверзные вопросы. Значит, Дмитрий Карпиловский, Игорь Перце. Yes, отлично, хорошо. Сегодня они расскажут, как достичь в этом мире успеха. Значит, суть ивента, она такая, я задаю вопросы, они отвечают, вы задаете вопросы, они отвечают, окей? То есть у нас сегодня никаких презентаций, мы сегодня никому ничего друг другу не продаем, мы сегодня реально касаемся сути вещей. Хорошо? Мне кажется, это крутая новость, вы должны обрадоваться от этого. Качать и раскачивать. Ладно, окей, тогда давайте приступим, будут люди еще подтягиваться. У меня есть, естественно, ряд вопросов, у меня есть мои вопросы, потому что я, в общем-то, занимаюсь тоже бизнесом, ложе — это не основной мой вид деятельности, у меня масса вопросов. У Дмитрия есть YouTube-канал, Игорю тоже будет что сказать. У вас что, один микрофон? Был же три. Сейчас сумасшедший хайп. И вы, наверное, догадываетесь, хайп чего? Прямо уже заговорили. Недавно у нас принялся закон об виртуальных активах. Я думаю, здесь все за новостным фоном смотрят. Чтобы вы понимали, об этом говорят на всех краях земли. Про Украину теперь знают не только по ситуации с Россией и, значит, по футболисту Шевченко, да, про нас уже знают, что мы одна из немногих стран, которая хоть каким-то образом начала регламентировать криптовалюты. Виртуальными активами они называют там очень многие вещи, но в том числе и криптовалюты. Это круто, мне кажется, это круто. А почему это круто и что будет дальше с криптовалютами, я бы очень хотел, чтобы наши два спикера ответили. Причем, Дмитрий, я помню, у Дмитрия YouTube-канал, да, на минуточку, у Игоря, может, тоже скоро будет YouTube-канал. Вот. И я помню видео на канале, где ты сказал, что вы выходите из криптовалют. Я еще даже тогда что-то комментировал едкое, но мне интересно вот сейчас поднять этот вопрос. Почему
Почему это не стало теперь профилем вот вашей деятельности? Я понял. Ничего себе. Да, всем добрый вечер. Ну, моя история с криптовалютами, она, наверное, для большинства людей нерелевантна, потому что я пришел в индустрию в конце 2010 года, и я просто успел от нее устать. То есть я уже на американских горках накатался, я первый раз потерял 95% стоимости моих активов в 2011 году, потом эта история повторилась, порядка 90% ценности моих активов я потерял в 2014 году, потом у меня была очень похожая история в марте 2020 года. Ну, то есть это было больше личное решение, чем какое-то обоснованное фундаментальным анализом, что там рынки получили, теперь имеют какие-то фатальные недостатки. Вот, я от крипты устал. Второй момент, крипта уже была на хаях, я не видел там того потенциала, который может быть. И меня очень сильно разочаровала индустрия в целом, когда она превратилась, ну или каждый раз мне казалось, что в этот раз будет по-другому. Но когда в очередной раз индустрия превратилась в чистой воды казино, где вообще фундаментал не имеет никакого значения, а все ценообразование происходит от спекуляций и от манипуляций новостным фоном, ну как-то мне это все поднадоело. И вот исходя из вот такой комбинации абсолютно личных, общерыночных, фундаментальных и чисто тактических планов, я решил как бы свой портфель в крипте не развивать. Плюс мы все говорим о том, что крайне важна диверсификация, и за счет бурного роста крипты за последний год в крипты в моем портфеле стало слишком много, чисто статистически слишком много, и, соответственно, наращивать именно этот сектор в портфеле стало нецелесообразно. Вот в остальном я верю, что у крипты есть светлое будущее, просто я не очень хочу быть к нему причастен. По крайней мере, не так сильно, как это было там 10 лет назад. Да, хороший вопрос. Игорь, ты будешь здесь добрым полицейским или плохим? Слушай, мне, наверное, другая история. Я в крипту пришел на 3,5 года позже, чем Дима. Вот. И тоже я работал в крипте достаточно много и на очень серьезных компаниях с точки зрения вообще рынка крипты. И я там видел ее изнутри в этом плане, да. Но мне всегда везло. Тут, наверное, отличие от моего, от Димы, в том, что я не терял деньги. Все мои инвестиции в крипту, ну, практически все там давно в плюсы. И какие-то поэтому ответы. Но если говорить, в общем, там большой мультипликатор X на все мой капитал. Но даже сейчас, да и в принципе за последние там, несколько лет, я для себя выработал очень понятную штуку. Я не инвестирую в то, что я не понимаю. Чем больше я… то есть это действительно такое настоящее казино. И это очень веселое казино, если ты хочешь поставить фишечку, ну как бы и поставить там $5000 на какую-то очередную монетку или 10, которая может быть добежит куда-нибудь, а может не добежит. Но я не могу, я достаточно систематичный парень, у меня есть табличка на пенсию, у меня есть табличка на там, всю мою жизнь по деньгам, сколько мне нужно денег через год и так далее и тому подобное. Как я могу систематически подходить к жизни, если я не могу систематически хотя бы приблизительно понять, как сработает этот актив? Поэтому если у меня деньги в крипте есть, я оттуда не выходил очень много лет, я там, не покупаю, продаю, бывает докупаю, но… С каждым долларом, который я кладу в крипту, я прощаюсь. И это, наверное, один из единственных способов спокойно на этом рынке жить, потому что там не так много денег, как там, как бы, не так много денег, как во всех остальных инвестициях. Но я готов к тому, что они превратятся в ноль. И, ну, а тогда это не инвестиция, это действительно казино. Окей, вы оба сказали, что это казино. Тогда у меня отсюда два вопроса. Они будут коварными. Заранее прошу прощения за них. Первый вопрос. Тогда что делать со всей вот этой вот индустрией криптопредсказателей, криптомедиа, которые ежедневно дают интервью, куда пойдет биткоин, вверх или вниз, но это не точно. Вот. И что будет дальше с ним? То есть, ну, а это реально уже огромная индустрия шаманов, которые кидают кости и говорят, что же будет не только с биткоином, а и вообще с альтами, рынком DeFi, который мы еще тоже коснемся и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что ничего с ними не надо делать. Во всех зрелых рынках такие индустрии тоже присутствуют. И кто немножко жил в Америке, знает, там есть совершенно неизвестная для нас, но огромная индустрия помощи в ставках на исход спортивных событий.
Там есть целая индустрия предсказателей, кто победит в каком-нибудь бейсбольном или баскетбольном матче. Есть огромная индустрия предсказателей на фондовых рынках. Это триллиардная, наверное, индустрия. А потому что она упакована в умные слова, в красивые стратегии, в статистические обоснования. Но вся индустрия хедж-фондов и спекулятивных фондов, а-ля сериал «Миллиарды», это же ровно то же самое. Это шаманы, которые пытаются спрогнозировать будущее. И в зрелых рынках это нормально, что это есть, и в крипте нормально, что это будет, просто оно должно обрести, на мой взгляд, какую-то минимальную регуляцию. В Штатах никому не запрещено предугадывать исход, например, роста или падения акций Apple, но одновременно с этим запрещено прямо на этот исход влиять. То есть вы не можете одновременно предсказывать и при этом вести какую-то подковерную игру, а в крипте можно. То есть те практики, которые есть в крипте у подавляющего большинства команд, core-команд монет, за эти практики на фондовых рынках последние 150 лет в Америке сажают в тюрьму там, на 100-200 лет. И это со временем изменится, но это просто дикий Запад. Постепенно появляются шерифы, потом шерифы начинают отстреливать особо борзых ковбоев. Потом у ковбоев устаканивается какой-то мир с коренным населением и есть какой-то хрупкий, шаткий, но тем не менее баланс. Поэтому мне кажется, ничего делать не надо, все будет хорошо и без нашей помощи. А каждый человек должен выделить в своем инвестиционном портфеле, в своей стратегии какой-то кусочек, который соответствует его стратегическим целям и взглядам. И если вы молодой, хорошо зарабатывающий, необремененный, не знаю, несовершеннолетними детьми и старенькими болеющими родителями человек, имеете полное моральное право хоть весь свой портфель засунуть в самую спекулятивную монету на здоровье. Это ж как бы, ну, никто не запрещает вам делать высокорисковые инвестиции. Но это делать нужно просто осознанно. И нужно осознавать, что есть нерегулируемый рынок, очень волатильный, где фундаментальный анализ не работает, где технический анализ работает очень плохо, где спекуляции в комбинации с высокой волатильностью рынка для 99% инвесторов губительны. Вот. И если вы для себя потом принимаете решение, я вхожу в 1%, счастливчиков, или, может быть, вы принимаете для себя решение, что я умнее 99% населения, почему нет? Ну, просто выделите в портфеле долю, которой вы готовы сделать ставку на такую самонадеянную, ну, на такой, не знаю, самонадеянный прогноз. Да, на самом деле, мне очень хороший месседж от Димы. Ну, ничего ты не сделаешь с этими ребятами. Во всем мире есть куча разных лотерей, гэмблинга и всего остального. И это такая же индустрия, как и все остальные. Просто не все, в многих странах, например, в которых очень сильно растет биток, например, гэмблинг запрещен. Ну, вот и там люди ставят, какие-то мусульманские страны. Вот, и люди нашли для себя игрушку в виде ставок на крипту. Но глобально здесь нужно понимать, что сама индустрия крипты, ну да, там можно взять там, даже 2009 год, как вот прям самое начало, вот, но это очень мало. Ну, как бы мы сейчас проходим достаточно ранний период тех же фондовых рынков или других, любых других историй. Там творилось приблизительно то же самое. Мне кажется, что единственное, что, наверное, стоит сделать, это понять, вот мы здесь можем затронуть вопрос, там, что дальше, потому что для меня до всей истории с короной и до напечатания там, большого количества денег крипта чем-то отличалась от фонды. То есть если бы меня спросили, отличается ли крипта от фонды, я сказал, ну фонда более-менее предсказуема, там, до короны можно там, по отчетам торговать, можно отлавливать какие-то тренды, можно, но что-то как-то доработает, какой-то теханализ. То после огромного количества напечатанных денег для меня эти два рынка абсолютно одинаковые. То есть огромный порыв людей, которые идут на… Ну, все, думаю, все знают все те же истории с GameStop и всеми остальными штуками, когда рынок может качнуть большая компания комьюнити, а я это видел в крипте постоянно. Я видел, как монеты пампили только так наверх, и потом сливали, об них разгружали об других инвесторов. Чем это отличается, я не понял. Ну, то есть, как бы, я не понимаю разные другие истории. Соответственно,
Я слышу, у меня много друзей, которые занимаются фондой, я сам инвестирую в эту штуку, но с момента, как все полетело вниз, потом наверх, потом опять вниз, потом опять наверх, начался какой-то разброд, авиакомпании дорожают, хотя самолеты не летают, летит наверх Робин Гуд просто потому, что он платформа, которая дает возможность, короче, все начало сильно напоминать крипту мне. И я для себя понял, ага, окей, то есть у меня еще одна абсолютно непрогнозируемая инвестиция в портфеле. Ну, как бы ок. Потому что в крипте мы так жили достаточно давно, и мы привыкли к тому, что можно потерять много. Когда мне говорят сейчас, там, можно сравнить, ну вот купите сейчас авиалинии, я говорю, ну как бы классное решение, вот, или купите любые другие компании. Понятно, что в фонде, как и в крипте, есть много людей, которые умеют хорошо предсказывать или умеют это хорошо заворачивать. Их просто больше еще пока. В крипте тоже таких много. Я знаю классные криптофонды, которые дают по 100% годовых, и они продают намного лучше даже, чем фондовые ребята, потому что они выглядят как-то более прикольно, вот у них там борды покрашены. Вот. Но фактически разница ничем не отличается. Они просто умеют хорошо продавать все. Потому что, к сожалению, особо что происходит, никто не понимает. Вот. И я не могу сказать, что я понимаю. Но во всей этой истории, мы потом, наверное, поговорим дальше, нужно искать для себя точки, за которые ты будешь опираться в инвестициях, потому что не инвестировать нельзя. Если у тебя много капитала, ко мне недавно пришел один из там, ну, достаточно состоятельных людей, и он говорит, слушай, ну как бы, вот у меня просто деньги лежат, там в его случае это там, 30 миллионов долларов, вот. Остальное уже распихано, он говорит, я, ну просто я приблизительно понимаю, какая инфляция сейчас на рынке за эти 2 года, и мне лучше куда-то, чем оно будет лежать, потому что деньги пропадают, это правда. Инвестировать нужно, но нужно понимать, куда и какие для себя точки опоры находить. Вот точку опоры в крипте я для себя не нашел и, наверное, ну, не найду в ближайшее время. Тот же пример, который мне, например, вот Дима сказал, для меня это очень близкий пример, например, NFT, да. Вот. Очень крутая тема, на самом деле, с точки зрения логики. Ну, в смысле, с точки зрения идеи взять и дать возможность артистам, художникам. Ведь если взять все индустрии, с которых мы с вами вращаемся, единственная индустрия, у которой получилось пройти через все время, это музыка. Музыка попала как-то с пластинок к нам в телефоны и научилась зарабатывать деньги. Картины научились отмывать бабло. Ну, как бы они не научились зарабатывать. Мы не научились платить за просмотр картины с телефона, согласитесь, да? То есть эта индустрия потерялась где-то раньше и не смогла дойти до наших с вами смартфонов. Много индустрий, книги страдают жестко, они пытаются выжить в этой борьбе, пытаются как-то превратиться, но они очень сильно теряются вот с технологическим прогрессом. Музыка справилась. Музыка единственная, кто пережил время от там, условно дисков, которые покупались, до сегодняшнего дня. И NFT — это попытка была, в том числе, возможность дать многим деятелям искусства какой-то способ монетизировать свои работы. Но, как всегда в крипте, и я думаю, что мы дойдем до того времени, будем сидеть где-нибудь через 10 лет и скажем, что NFT — классная штука. В крипте проблема в том, что классные идеи, вокруг нее много неклассных людей. И эта идея быстро превращается в возможность этих людей обогатиться. И, соответственно, к сожалению, очень крутые, разные крутые идеи в крипте, которые я видел и которые мне казалось, что мог поменять мир, пока не поменяют. Потому что одно из ключевых условий для того, чтобы они поменяли мир, вокруг должно исчезнуть много людей, которые просто пытаются на этом заработать. Вот если коротко. Окей. Второй вопрос. Краем вы его коснулись. Если крипта, у нас фишки казино, тогда и, соответственно, там нельзя прогнозировать, нет этой точки опоры, тогда получается все остальное, то есть, например, как фонда, да, это не казино, и там есть некий верняк. Если, например, с криптой было озвучено 99,9 потеряешь, то с фондой, вероятно, ну, как бы ты заработаешь. И другой вопрос, что тогда в мире инвестиций не казино? Окей, тут, я думаю, надо немножко уйти вглубь. Нужно понимать, что с любым активом есть стратегии, требующие терпения. С любым активом есть стратегии, я сейчас уточню, требующие только терпения. Они не требуют навыка, они не требуют удачи, они не требуют каких-то секретных тайных знаний майя. Они требуют только терпения и больше ничего. И такие стратегии есть и в крипте, и в фонде, и в недвижке, и во многих других историях. Классический buy and hold, он никуда не делся. В каждом из направлений есть стратегии, которые требуют удачи. И особенность, что делает индустрию казино или не казино, это, условно говоря, пропорция стратегий, которые может реализовать каждый и которые удачи не требуют, к
стратегиям, которые требуют уникального стечения обстоятельств, а не мастерства. И если обобщать, то ни с одним базовым активом статистически не доказано вообще существование стратегии и существование мастерства. Мы все немножко одурачены случайностью. Если подбрасывать монетку много раз подряд, и это будет делать большое количество человек, то у нас очень быстро найдутся суперпрогнозисты, которым удалось угадать исход подброса монетки 10 раз подряд. Их мы ставим на пьедестал, начинаем на них молиться, но печальная правда в том, что никакого навыка и никакого мастерства в их угадывании нету. Это просто статистика. Одному из 1024 людей статистически повезет 10 раз подряд. Если в мире угадывают миллионы людей, то найдутся те гуру, которым повезло угадать 15 раз подряд или 20 раз подряд. Вот проблема тут в том, что мастерство не гарантирует высокие результаты. Отсутствие мастерства, к сожалению, не гарантирует плохие результаты. И поэтому мы получаем замечательные индустрии, которые на растущем рынке выглядят, как ты сказал, верняковыми. То есть это не потому, что в индустрии есть какое-то фундаментальное свойство, что она всегда зарабатывает деньги. Это потому, что мы выбрали кусок времени, в который мы ее наблюдаем. Мы выбрали такой аптренд, и в этом растущем, ну, идущем в гору тренде все молодцы. Это вот тот эффект, когда прилив поднимает все лодки. И дырявые, и залатанные, прохудившиеся, вообще там полуразрушенные, но прилив поднимает их все. И только следующий отлив может теоретически показать, кто купался без трусов. А может не показать. И эта иллюзия может сохраниться достаточно продолжительное время. Разница в том, сколько есть правил, которые сформировали в индустрии равные шансы для всех. Как много людей имеют в рынке несправедливое преимущество. И в рынке фондовых акций на сегодняшний день людей, обладающих какими-то уникальными ресурсами, будь то инсайдерская информация или какая-то возможность торговать на одну миллисекунду быстрее, чем все конкуренты, эти преимущества уже уходят в прошлое. Их уже нету. Уже на сегодняшний день много фондов имеют миллиардные инвестиции в IT-шную инфраструктуру. Уже все могут купить себе самых дорогих, топовых, крутых аналитиков. Там уже есть регулятор, который одинаково дает по шапке какому-то небольшому трейдеру из Оклахомы и какому-нибудь великому гуру инвестиций с Уолл-стрит. Уже есть кейсы, когда садят миллиардеров в тюрьму, и есть кейсы, когда садят в тюрьму какого-то парня, который там написал скрипт и что-то там пытался нечестно потрейдить. Вот. А есть индустрии, в которых этого всего еще нету. Если вы подумаете, 100 лет назад мошенничество и манипуляции на фондовом рынке США была продажа поддельных, подписанных от руки акций. Когда человек приходил на вокзал, представлялся представителем золотодобывающей компании, рассказывал какие-то сказки, продавал фантики, которые называл акциями. 50 лет назад это было уже немыслимо. Сегодня это невозможно, и никто в это не поверит, даже если попытаться. Такая же история будет и с менее зрелыми рынками. Так то же самое, это просто цикл, который должен пройти. Высокая прибыль привлекает к индустрии беспринципных людей, беспринципные люди создают еще больший прилив энтузиазма к индустрии, потом появляется много людей, обманутых или потерявших деньги, начинают люстрировать в хорошем смысле этих сволочей и нечестных значит, манипуляторов. Ну и после энного количества таких циклов рынок приходит к какой-то стабильности. Вот это будет со всеми рынками. То же самое, если вы посмотрите на рынок недвижимости Киева 10 лет назад, то вы могли слышать истории, как там бабушек травят, отбирают у них квартиры, переписывают по каким-то на салфетке написанным завещаниям и так далее. Сейчас мы таких кейсов не слышим. Еще 5 лет назад черные регистраторы достаточно легко переоформляли большие бизнес-центры и торгово-развлекательные центры. Сейчас уже это так легко не работает. Но это все еще технически возможно. Просто стало дороже, эти случаи стали реже. Еще через 10 лет, возможно, это станет уже технически
нереализуемо. То есть моя мысль, любая индустрия на раннем этапе своего развития является казино. У любой индустрии есть короткие периоды стечения обстоятельств, где рынок непредсказуем, эйфория у людей им застилает глаза, и они творят странные вещи, но со временем это нормализуется. И вот казино, не казино определяется вот этой способностью индустрии самоурегулироваться. Сегодня самая цивилизованная индустрия – это фондовые рынки. В 2020 году это краткосрочно изменилось. Это тренд, который не нравится тем, у кого не было денег в фонде. Этот тренд нравится людям, у которых были деньги в фонде, потому что это привнесло в консервативную индустрию, где никто никогда долгосрочно не ожидал больше 10-12 годовых, вот эти космические прибыли, которые мы раньше знали только из менее зрелых и менее масштабных рынков. Я уверен, через 3 года мы уже можем об этом всплеске даже не вспомнить, и ситуация на рынках будет совсем другой. Есть еще такая тема, о которой, наверное, стоит добавить. А когда мы говорим про каких-либо предсказателей, всегда стоит не забывать действительно рост рынка. И, например, здесь вот со стартапами прикольно. Когда стартап говорит, я вырос на 30% в год, а ты смотришь, что рынок вырос на 25%. И ты такой, прикольно. Ну, то есть ты на 5% опережаешь рынок. Ну, как бы это не круто. Это ты просто растешь за счет того, что рынок вокруг тебя растет на самом деле. Конкуренты растут так же. Тут вопрос, и вот, наверное, когда мы говорим про какую-то фонду или про любые другие способы инвестиций, давайте подумаем о том, почему фондовый рынок, ну, как и любой другой рынок, неожиданно, вот так вот все было хорошо, и неожиданно, ну, как все, спокойно, и неожиданно в 2020 году все начали показывать сверхприбыль. Все, я думаю, прекрасно понимают, что есть на этом ряд причин. Одна из основных причин – это огромное количество денег, которые просто напечатали и влили туда. И, соответственно, все, кто… Соответственно, что? Соответственно, деньги обесценились. Про растущий уровень инфляции, к сожалению, никто не рассказывает. И я слышу только отрывки и не от украинских партнеров, а от зарубежных, которые считают прямо для себя. И цифры там годовые, двухзначные, не очень приятные. Ну, как бы понятно, что центробанки будут считать там 8, наверное, 6 годовых в крайнем случае, потому что на них завязана огромная экономика, от их расчетов завязано много всего. Но если взять уже 2 года, да, скоро, как мы живем с короной, и прикинуть, что инфляция, которая там действительно я... Не могу опираться, но я знаю, кто говорит эти цифры. И это люди, которые там, ну, крупнейшие компании в мире, которые считают эти цифры, считают для себя их опять-таки, потому что для отчетов они выдают опять другие цифры. Вот. То даже если мы возьмем цифру там, ну, 12 каких-нибудь процентов годовых, да, инфляцию, вот, и умножим, ну, там, как-нибудь даже без сложных процентов его на 2 года, то оказывается, что в принципе не прикольно. Ну, как бы мы здесь вроде все так зарабатываем круто. А почему у нас инфляция съедает наши деньги? Почему как бы фактически многие фонды, которые я могу посмотреть по венчурному рынку, многие фонды, которые до 2020 года, чтобы быть топ-15% фондов в мире, достаточно было делать больше 20% годовых, то сейчас эта планка поднимается больше, чем за 35%. И это... В основном из-за инфляции, потому что компании продаются по несумасшедшим огромным оценкам. Быть убыточным фондом в 2021-2022, наверное, вот в ближайшие года очень сложно. Ну вот откровенно говоря, надо прям сильно постараться. То есть надо прям везде было промахнуться чуть раньше. Понятно, что если вы построили фонд только сейчас, то беда. Ну как бы непонятно, ты наверху зайдешь, внизу зайдешь. Но если у тебя есть прошлые инвестиции, то ты как бы прикидывал, что эта компания продастся, ну, за 50 миллионов, а она продается за 500. Непонятно почему. Ну, просто продается. Просто биржи выходят на компании на биржу с сумасшедшими оценками, просто потому что денег много. И вот здесь я бы очень хотел не забывать про рынок вокруг, потому что складывается так, что мы привыкли там считать и говорить, вот, что у нас там, не знаю, 20% годовых в долларе – хорошая, не знаю, цифра. До 2020 года или после 2020 года? Потому что до 2020 года фантастическое. После 2020 года хорошее, но, блин, много людей вокруг делают сильно проще, не напрягаясь, потому что денег много. И нет, я бы хотел, чтобы мы не забывали про это, потому что очень принято брать какие-то отдельные индустрии в отрыве от общей экономики. Ну, так вот принято считать. Фонды берут как-то свою жизнь в отдельные, фонды неважно, любые.
берут свою жизнь отдельно от экономики. Они говорят, ну вот здесь молодцы, мы сделали 25% там годовых. Ну, правда, вся экономика растет, бумит, и вокруг все несется, и печатают бабки, просто unstoppable, но мы, правда, сделали 25. Правда, до 2020 года мы делали 10 в среднем, а здесь просто мы молодцы. И вот это надо не забывать, потому что тихая гавань, о которой ты говоришь, это бон, облигации государственные под 1.5% в долларе. Это тихая гавань. Ну, квартира в Барселоне. Что там, у меня ребята есть, у ребят достаточно много квартир в Барселоне. Они с помощью очень умного менеджмента делают что-то типа 10% годовых в долларе. Вот. И делали это еще до короны. Сейчас вообще там как бы не все не очень весело. Это вот тихая гавань. Все остальное, и я попрошу здесь очень быть аккуратными, вообще вот когда вот вы думаете про риски, все остальное не тихая гавань. Ну, то есть какие-то более рисковые инструменты, менее рисковые инструменты, они все несут риск. Дмитрий занимается прекрасной темой, он популяризирует небольшие инвестиции, ну, там, маленькие инвестиции с небольшим чеком от людей в офлайн, в недвижимость, в понятные темы. Я делаю то же самое тоже, и это прекрасно, и мне это нравится. Но каждый раз, когда делаю эту инвестицию, я вспоминаю, что у нас война. Ну, как бы на границе. Ничего там, ну, ситуация поменялась, война, и это огромный риск. Потому что у меня есть пара друзей, откуда я знаю? У меня есть прекрасный друг, он купил 4 квартиры в Донецке до войны. Охрененная была инвестиция в его понимании. Вот вы не поверите. Ну вот, отмотайте назад. Я бы вам пришел бы в 2011 году и сказал, ребят, есть квартира в Донецке, будет делать вам 15 годовых долларов. Классная инвестиция. Вы все скажете, блин, ну норм, да, пойду отнесу деньги. Сейчас, конечно, можно сесть и так подумать, не, ну я бы не дал. Да дали бы. Ну как бы, как все давали. И это риск. Можем мы с этим риском? Я всегда для себя, я, наверное, этот совет больше всего, потому что я как раз в крипте побывал тоже, как и Дима, и не спал по ночам, и я для себя всегда разделяю инвестицию на очень простую штуку. Смогу ли я, имея эту инвестицию, спать ночью? У меня очень простой критерий. Я вот такой для себя выработал, смогу ли я путешествую где-нибудь в другой стране, я вот вчера прилетел и отлично путешествовал в Португалии, смогу ли я на винограднике отключить телефон и не думать про эту инвестицию? Если смогу, значит, она подходит под мой портфель, потому что я готов к этим рискам, которые я принимаю, я готов потерять эти деньги, которые я туда инвестирую. Поэтому, что если я все потеряю, ну, будет очень неприятно. Но готов ли я жить с этой инвестицией и спать с ней спокойно, это мой критерий. Потому что, в принципе, я, при том, что я в этом бизнесе и в разных, я общаюсь с такими прекрасными людьми, как многие другие ребята, которые инвестируют много денег, у них управление там реально миллиарды долларов в той же фонде, я общаюсь с управляющими партнерами. Я смотрю на глаза, ребята, они тоже ни хрена не понимают. Ну, они как бы рассказывают, что понимают. Вот. Но когда у человека в управлении 1.5 ярда в фонде, и ты с ним конкретно разговариваешь честно, и он говорит, блядь, я вообще ничего не понимаю. Ну, как бы, ну, то есть, понятно, что он на встречах, я слушаю, что он говорит. Ну, то есть, это же работа. Ну, то есть, вопросов нет. Но он понимает точки. Как правильно говорит Дима, он понимает, что в целом на перспективу, что бы ни произошло завтра, ну, как бы он все равно выиграет. И фонд его выиграет, и мы выиграем. У него спокойный характер, он спокойно будет сидеть, никуда не будет дергаться, не будет выходить. Он понимает, что даже если завтра произойдет какой-то кризис, все обвалится, в среднем через 4-5 лет все будет окей. Ну там или на каком-то лонг-ране. Да? И это игра, в которую он играет, это игра, в которую играем мы. Но когда его конкретно спрашивают, почему эта компания сегодня растет, он говорит, ну, да нет, я не знаю. Ну как бы он пытается найти какие-то точки опоры. Что интересное происходит в фонде, я заметил, вот по и он мне это сказал, такие как он, кто не привык, как я, например, не привык инвестировать в что-то в казино, ищут рынки в фонде даже, до которых не доберется розничный ритейлер. То есть рынки, которые настолько неинтересны, где-то там спрятаны, какая-то богом забытая металлургия, где-то там заныканная, которая не будет интересна никому, кто захочет поспекулировать. Ну или как минимум туда тяжелее дойти. И они находят этот рынок, делают свой теханализ, тихонечко инвестируют и зарабатывают свои деньги. Тоже попытка найти какой-то для себя тихую пристань, потому что когда ты работаешь со своими деньгами, с чужими деньгами, ты не можешь unstoppable быть в море, в шторме. Ну, как бы это вот хорошее сравнение с инвестициями. Ты не можешь, потому что кораблю нужно пополнять запасы воды, восстанавливаться. В данном случае это психологическое восстановление тебя, команды. Кто хоть раз работал или смотрел, как работают реально нормальные инвесторы, ну, там люди выгорают конкретно. Ну, как бы неважно, что это будет за инвестиции. Это риск. И вы должны понимать, что вашей команде вам нужно как бы иметь какую-то гавань. И вот такие способы инвестиций тоже какие-то более понятные. Это просто поиск гавани. Поэтому мой, наверное, совет очень простой. Я не скажу, что есть где-то тихая гавань сейчас, как ты задал вот вопрос, да? Это тихая гавань — это бонды Швейцарии. Что там, они, за них надо доплачивать, наверное, сейчас, я не знаю. Ну, скорее всего. Ну, может, 0.5%, либо это, ну, еще доплачивать за них надо, либо вам 0.5% может вернут. Вот. Все остальное — это риск.
Вопрос, можешь ты с ним спать или нет? Окей, хорошо. Сместим акцент скрипты на другие рынки. Тогда куда заходить инвестору? И тут вы должны сейчас сами дифференцировать, какого инвестора, с каким бюджетом. Вот у человека, допустим, есть 50 или 100 тысяч, куда он заходит, если у него там чуть больше, то есть если не крипта, а у крипты очень высокая доходность сейчас, да, мы понимаем, она может быть там рухнет, но при этом мы сейчас понимаем, что есть высокая доходность. Какие другие инструменты могут конкурировать с криптой по доходности? И не глупый ли это я вопрос задал? Это сейчас такой вопрос. А знаете ли вы швейцарский банк, который может конкурировать по доходности с биткоином? Нет. Окей. Хорошо, давайте поймем, как оценить в принципе любое инвестиционное предложение, чтобы их сравнивать между собой. У любого предложения есть три ключевых фактора, два из которых… Ну, окей, давайте сначала обобщим. Значит, первый фактор – это доходность. Она подразумевает, что у этого актива есть открытый рынок, он открыто торгуется публично, к этому рынку есть доступ у всех желающих, и они честно формируют цену путем того, что на одной площадке сходится спрос и предложение. Сама такая постановка вопроса уже отсекает большое количество активов, которые либо недоступны публично, ну, либо по ним недостаточно исторических данных, либо еще что-то. Но если ограничиться те, которые могут давать высокую доходность, то это, безусловно, и недвижимость в активных стратегиях, так называемых девелоперских, это и финансовый сектор, неважно про какую страну мы говорим, ну, давайте на примере Украины. Это может быть реальный сектор, малый, средний бизнес, это могут быть любые цифровые активы. И в любом из этих крипта, обязательства, ну что угодно, под чем не лежит твердый, понятный актив, но что торгуется? Ну, фьючерсы, деривативы, фонда. Ну, то есть, это и просто не обязательно, это ценная бумага или крипта, это может быть там любой оцифрованный актив или любое цифровое обязательство. И вот в каждом из этих направлений есть суперконсервативные вещи, есть супервысокорисковые вещи. Ну, то есть все же понимают, что займ, физик физику, может быть очень надежный, может быть очень ненадежный. И недвижимость может быть очень надежной, очень ненадежной. То есть сам класс актива вообще-то ничего не говорит о его базовом, о его базовой доходности. Второй фактор, который мы хотим сравнивать между собой, это то, что мы в простонародье называем надежностью. Что такое надежность? Надежность – это открытость сведений об активе. Надежность – это можете ли вы сами этот актив оценить, можете ли вы сами его купить, сможете ли вы сами его продать, сможете ли вы юридически закрепить свое право собственности на этот объект, сможете ли вы в суде отстоять свое право собственности, регистрируется ли в каком-то государственном реестре ваше право собственности и так далее. То есть вот эта юридическая надежность, историческая надежность, волатильность, насколько этот актив склонен неожиданно обесцениться. Вот эти все вещи, они вот, мы их объединяем в фактор надежность. И третье, что мы пытаемся оценить, это ликвидность. Как быстро вы сможете от этого актива избавиться? Сможете ли вы продать однушку возле метро в течение недели без большой потери по рыночной цене? А дом 1000 квадратных метров в Житомирской области в лесу сможете? А купленную по дружбе с помощью контракта на салфетке золотую шахту в Зимбабве сможете как-то потом перепродать или не сможете? Вот, это уже вопросы к ликвидности. И биток. Биточек. Хотя биточек в последнее время, ликвидность биточка тоже надо разграничивать, потому что биточек, который вы получили только что от непонятного кубинца или колумбийца по кличке Пабло, это один биточек. Биточек, который вы только что намайнили, это другой биточек. Их ликвидность тоже разная. И цена в рынке будет тоже разная.
Вот, то есть, вот по этим трем факторам мы пытаемся инвестиции сравнивать между собой. И самое смешное, что чтобы удовлетвориться инвестицией, вы, скорее всего, никогда не сможете скомбинировать все три фактора. То есть вам все равно придется выбрать в лучшем случае два из трех. И это тоже не зависит от класса активов. Вы можете найти недвижимость, которая надежная и ликвидная, но она, скорее всего, не будет доходной. Что-то супернадежное. Вы можете взять что-то очень доходное и очень ликвидное. Оно, скорее всего, не будет надежным. Можете взять что-то ликвидное или, там, например, надежное и доходное. Оно будет неликвидным. Это будет какой-то объект, который вы потом 10 лет будете продавать. И это все вопрос компромиссов. Поэтому сравнивать инвестиции между собой в ключе лучше-хуже само по себе уже большая ошибка. Но даже сравнивать их, там, не знаю, по 10-бальной шкале, разбив это на доходность, надежность и ликвидность, это все равно выведет вас за рамки конкретного класса активов. И моя мысль, что у каждого человека есть свой внутренний набор критериев, во что он верит, а во что он не верит. Этот набор критериев определяет вашу терпимость к рискам. Какие риски вы готовы нести, а какие не готовы. У кого-то жизненная ситуация такая, что он может себе позволить любой риск, но психологически ему комфортен вот такой. А у кого-то наоборот. У него это последние деньги, но психологически он готов поставить все на зеро в каком-нибудь Лас-Вегасе. Вот моя мысль, что самое главное, что вы можете сделать, это перестать оценивать инвестиции шаблонами, которые там в книжках обрисовывают, и прислушаться к себе, какой вы на самом деле инвестор, где предел вашего риска. Вы верите людям или вы верите фактам? Вы верите в нашу страну и готовы нести ее страновые риски? Тогда огромное количество инвестиций в Украине будут в разы интереснее любых инвестиций в Европе или в Штатах. Но если вы в нашу страну, например, не верите, то вам стоит держаться подальше от всего, что здесь есть. Неважно, это фонда, недвижка, малый бизнес, финансовый сектор. Вот. Моя мысль – сначала понять себя, позадавать себе много глупых вопросов, оценить, если хотите, создать такую вашу личную инвестиционную декларацию, во что вы готовы инвестировать, во что не готовы, действительно ли вам нужна доходность любой ценой, или вы хотите спать спокойно и не лезть на CoinMarketCap, смотреть обновленные курсы. И только из этого вообще уже задумываться о том, какие активы там сочетают в себе нужные вам требования или не сочетают? Я, наверное, не ответил на вопрос. Риск профайл чека, да, это суперважная тема, на самом деле. Я просто еще вспомнил, мы хотели, чтобы про ложи узнало больше людей. Я вижу, кто-то сторис пилит. Вы пилите сторис, отмечайте меня и пишите, что вы на ложе, а я выберу пару человек и пообедаю с вами с удовольствием через 2 недели. Я буду в Киеве еще раз. Вот, поклацаю кого-нибудь и выберу. Мы обсуждали это. Да, и, короче, сейчас будет самый лучший момент для сторис, поэтому кто готов снимать, снимайте, вот. А потом, правда, будет одинаковое. У меня было выступление, я помню, я выступал на париматч конференции, у меня был слайд, как мы занимаемся сексом, ну, типа, слайд. И этот слайд, типа, вот просто все достали телефон, и я говорю, это просто слайд. Короче, про CoinMarketCap. У меня когда-то в 2017 году я занимался сексом с девушкой, и вспомнил, что мне стало интересно, сколько биток сейчас, как раз когда он до 20 шел. И я, короче, ну просто literally прекратил секс и пошел посмотрел. И вот это как раз было в ноябре, да, по-моему, в декабре 2017 года. Вот. И это один из тот был моментов, когда я понял, что надо переставать как бы заглядывать туда, потому что ты действительно перестаешь спать очень часто, ты действительно перестаешь как бы, ну если вот ты не готов жить с этим активом в таком количестве, он растет, ты не понимаешь, что делать. Ты действительно перестаешь нормально существовать. Ну, то есть это сложно. И я понимаю, там, смотрю на многих трейдеров моих знакомых, я вижу, почему они там сидят на модафиниле каком-нибудь или на всем остальном. Потому что если ты держишь эти позиции очень долго, она падает, падает, например, там падает, и ты живешь в этой позиции там полгода, ты живешь в невероятном стрессе. Ну, то есть как бы и надо быть готовым к этому. Только для них это профессиональная работа. Кто здесь из вас? Поднимите руку, реально профессионально, потому что мы вот как бы это наш бизнес. Но everyday 24/7 мы тупо инвестируем деньги, у нас нет других источников дохода. Мы делаем с капитала капитал. У нас ниоткуда он не прибывает. Вот кто здесь реально full-time job investor, я там знаю, видел пару человек, их не так много. У всех остальных у вас есть какой-то источник дохода, где вы зарабатываете деньги.
И здесь я бы очень хотел, если можно, да, я что-то вне вопроса, очень коротко расскажу штуку, которую, наверное, проходит Дима больше, он потом расскажет, потому что к нему приходят ребята сильно раньше, чем к нам. Но у нас в СНГ, поскольку нет финансового образования вообще как класса, ну то есть все отсутствует полностью, у нас не учат финансовому образованию в институтах вообще, кто не знает, ну то есть в нормальных вузах, там можно пойти куда-то в КСЕ, конечно, но вообще в принципе не учат. То у нас люди, когда зарабатывают первые большие деньги, думают, ну я же заработал миллион. Я 100% классный инвестор, потому что я знаю, как зарабатывать деньги. Так вот, как зарабатывать деньги, как инвестировать деньги, это абсолютно два разных знания. У меня есть много друзей, у которых сотни миллионов долларов, и они говорят, я вообще не знаю, как инвестировать. Ну, то есть ребята, которых вы видите по телевизору, там, я просто не буду называть, потому что людей вот сотни миллионов долларов, они говорят, я вообще не инвестор. То есть я не понимаю, я интуитивно могу просто кинуть там пару миллионов, потому что мне понравилось. Он говорит, я поэтому не трогаю, я там отдал ассет-менеджерам, они управляют, я умею зарабатывать деньги. Ну как бы everyday job, я зарабатываю, я предприниматель. И это классное распределение. Вы должны четко понимать, кто вы. Вы предприниматель, который каждый день зарабатывает деньги из какого-то бизнеса и инвестирует, потому что их больше, чем ваши затраты на ежедневные потребности, мы как называем это, социалка, вот, коммуналка, у всех разные названия. Вот, затраты на вот этот ваш everyday stuff. У вас просто выше деньги остаются, и вы думаете, ну начну инвестировать. Это одна история. Вторая история – это вы становитесь инвестором, который инвестирует постоянно, это ваш бизнес. Тогда у вас есть там две истории. Вы можете… с капитала делать капитал, и тут надо считать процент доходности и всего остального, либо вы остаетесь предпринимателем, и тогда у вас есть ежедневный заработок. Пожалуйста, четко разделите это, потому что многие начинают делать и то, и пытаются играть в профессиональных инвесторов, когда не понимают чего-то. Я не понимаю рынок коммерческой недвижимости в Украине, вообще не понимаю. Ну то есть для меня, что Метроград, ну вроде в центре. Что на Троещине? Я понимаю, что оно разное. Но вот в чем и что там делать, непонятно. Поэтому я там условно с Димой инвестирую в такие штуки. Дима не понимает рынок венчурного капитала. Ну, то есть он точно так же понимает, что приблизительно вот это хорошо, это плохо, это желтое и зеленое. Поэтому он с нами инвестирует. Ну, то есть вот как бы простая история. Но важно для себя признавать. Потому что если вы для себя не признаете, то вы, кстати, попадете в ловушку, где вы будете думать, я разбираюсь в фонде, пошел в фонду, насыпал денег. Вы на самом деле не разбираетесь. Вы проиграли в эту лотерею. И расстроились, и сказали, да все, нафиг эти инвестиции, пойду в приват, положу в депозит. Вот, что та еще лотерея. Поэтому вот это как бы мой такой достаточно месседж, который я бы попросил запомнить, потому что это разные понятия. В Украине я часто встречаюсь, и Дима, наверное, здесь расскажет больше о скайпе, потому что к нему ребята приходят сильно раньше и, наверное, думают, что сейчас я тут проинвестирую все сельхозземли в Украине. Вот, я думаю, что Дима может сказать, потому что этот опыт первых инвесторов, он невероятно крутой, потому что они делают все ошибки, которые можно сделать. Вот. И только реально умные приходят уже куда-то. Чаще всего даже к нам приходят ребята и говорят, ну я уже пару миллионов потратил. Вот. И неуспешно. Ну то есть как бы давайте теперь как-то более успешно. Такая проблема есть. Причем, что любопытно, к нам обычно приходят люди, это не их самые первые инвестиции. Потому что каждый человек... У нас в стране разбирается в том, как водить машину, как играть в футбол и куда занести свои деньги. Вот в этом люди у нас абсолютно уверены, что они-то точно знают, как это делать правильно. Почему-то никому не приходит в голову мысль рвать себе самому зубы, лечить уши, не знаю, там еще что-то делать. Но вот инвестировать деньги люди почему-то считают, что это какое-то врожденное умение, этому не нужно учиться, не нужно тратить десятки лет на пробы и ошибки, вот это как-то по наитию можно делать. И нужно отдать им должное с определенным уровнем логики, готовности потратить свое время, вникнуть в вопросы, действительно, какого-то специализованного навыка вам может не потребоваться. То есть там, условно говоря, базовые навыки на уровне 100 страниц книжки «Инвестиции для чайников» плюс пару месяцев опыта и готовность на каждую заключенную сделку потратить 100 часов вас избавят, наверное, от подавляющего большинства ошибок. Но по нашему опыту инвесторы в Украине, они очень быстро теряют запал. Они начинают вникать, на втором часу вникания у них закипает мозг, и они говорят, да ладно, авось прокатит.
хорошие ребята, ну они же гарантируют. Ну там много есть таких маркерных фраз, по которым сразу можно понять. В Фейсбуке друзей общих много. Тоже отличный критерий выбора инвестиций. Вот они делают какие-то свои первые ошибки, потом им приходит в голову, что... ну, чтобы не ошибаться, нужно тратить на это либо больше времени, либо обладать большим опытом. Тогда уже приходят к нам и, собственно, приходят за тем, чтобы кратно снизить количество времени, которое им потребуется на вникание, потому что мы готовим всю аналитику заранее. И, соответственно, вот это поддерживающее окружение. Кто-то недавно на встрече услышал, мне очень понравилась фраза «чтобы бояться вместе». Потому что любая инвестиция в Украине, она подвержена страновым, валютным, там, политическим, военным и прочим рискам. И вместе бояться намного приятнее. Вместе не только батьку легче быть. Вместе и терять приятнее. Я тебе скажу, что это стопроцентная история. У нас есть несколько классных сделок, в которых мы потеряли деньги с другими фондами. И, ну, как бы это нормально, мы были готовы к этому. Главное, себя не обманывать. Ну, то есть, надо же понимать, что там, ну, в вашем случае у вас там какой-то процент компании умрет, это там плохо. В нашем случае больше умирает, и это окей. Просто главное себя не обманывать. И мне кажется, что вот это вот поиск экспертизы на рынке, в принципе, это как раз то, чем надо заниматься вначале. Потому что ты правильно очень крутую фразу сказал про то, что у нас там каждый сам может все. А я думаю, что это связано с другой штукой. Такая, ты говорил про философию, да, сегодня? Я думаю, что связано с другой штукой. Мы боимся, ну, мы же живем в социуме, в котором все лучшие, первые и самые крутые. Ну, вы же знаете, да? Ну, как бы мы же всегда смотрим вокруг. Я прочитал пост позавчера от основателя, боже, кто же это был? От основателя Reddit'а? Нет, не Reddit'а. В общем, я не помню, каково, он Zamyard продал свою компанию. Вот. И он говорит, я все три года после того, как продал компанию, думал, что я недостаточно классный. Вокруг все продавали компании дороже, росли круче. Ну, то есть я все равно, то есть чувак продал компанию Zamyard. Вот. И я забыл, кто-то из крупных. Мы все живем в социуме, в котором надо быть лучше всех, круче всех. Поэтому признаться себе, что вы что-то не знаете, это как будто стать каким-то голым и сказать, я не знаю. Вот. И это, наверное, одно из первого, что нужно быть инвестором. Инвестор должен не только там уметь задавать много каких-то классных вопросов, он должен к себе признаться, что он реально знает, ну, как бы, в чем он реально эксперт. Я, например, всю свою сознательную жизнь в IT, поэтому когда мне предлагают, говорят, слушай, а у нас там инвестиция в аграрку, я говорю, да я все, что знаю, признаю, как это выглядит, ну, кусок земли, я там даже рукой ее не трогал. Ну, как бы, какая аграрка, о чем вы? Есть ребята, вон, они там живут в этой аграрке всю жизнь, инвестируют, они разбираются, я не знаю. И не надо быть экспертом во всем. Нужно быть экспертом в чем-то одном. Опять-таки, в зарабатывании денег, в инвестициях или еще в чем-то. Я знаю очень крутых экспертов в инвестициях в офлайне. Знаю очень крутых экспертов в инвестициях в фонде. Они никогда не знают, что такое офлайн. Ну, то есть они как бы смотрят там, ну, как бы прикольно. Но они не идут туда. Признаваться себе в том, что вы что-то не знаете, это себя же защищать от ошибок, которые вы сделаете, наивно думая, что вы в этом разбираетесь. Это такая интересная штука. И я советую, вот, когда вы касаетесь инвестиций, первые инвестиции еще проще, знаете, где делать? В секторе, который вам понятен, например, в котором вы работаете. Занимаетесь вы упаковкой. Я не знаю, вот у нас там один из членов клуба называется «Упаковка». У него один из самых больших заводов по упаковке. И он там первые инвестиции делал в смежные отрасли. Ну, то есть он там смотрел, так, это я разбираюсь в упаковке, а вот там ребята делают какую-то другую упаковку. Он пошел, дал первые деньги. Ну, то есть посмотрел, это ему понятно. То есть это его сфера экспертизы. Так и люди могут для себя определять те сферы, в которых они эксперты, и пытаться инвестировать первые деньги в этом. Если вы хорошо, я всегда говорю, у меня есть классные ребята, которые занимаются автомобилями. Но не в смысле они гоняют их из Штатов, а в смысле прям работают в очень крупных корпорациях, типа Volkswagen Group, на достаточно серьезных должностях. И у них, как пока они росли в компании, не доросли до определенного уровня, где торговать уже нельзя, вот то, о чем мы говорили, а они подписали эти бумажки, это не украинцы, они подписали эти бумажки, что они уже не могут торговать акциями в этой индустрии. Но он говорит, пока я не рос, я торговал, потому что я понимал, ага, вот эти чуваки делают вот эту хрень, она реально не нужна, ну как бы пролетит. Вот эти реально делают крутую штуку, которая в моей индустрии реально большая проблема, они скорее всего полетят. Ну, как бы и вкладывал деньги. Потом, понятно, как бы он вырос, и, к сожалению, ограничение понятного рынка, в котором не может чувак работать в Volkswagen Group на должности, которой он половину решает проблем, он не может торговать в этой индустрии. Это странно. Поэтому, ну, вот такой краткий коммент. Вопросы, если есть, можем, может, зала дернем, а то мы тут как бы разговариваем.
никому не интересно. Дернем, и мне пишут в личку вопросы для вас, поэтому я такой небольшой хаб. Но... Подсадные вот те вопросы, которые всегда пишут в личку, типа мне там пишут вопросы в личку, а мы заранее их подготовили. Ну давай. Окей, хорошо. Заранее прошу прощения за, возможно, глупый вопрос. Кто вы, блядь? Такой? Онлайн, тихонько, запикать надо. Простите. Есть ли, как сказать, противостояние, но не в такой коннотации, я пока слова не могу подобрать, между инструментами инвесторскими в Украине, инвестиционными, и остальной мир? Ну, вероятно, Америка, там, Европа, да, или, например, какая-нибудь Азия. Какие инструменты в Украине? Вот на ваш взгляд бы пошли, ну, например, окей, рынок земли открылся, надо его коснуться, это очень хайп, если не крипта. ОВГЗ это прям вообще там каждые вторые новости. Ну, мне кажется, ОВГЗ это вообще дохлая лошадь, да. Вот. Ну, мое чисто мнение. И, например, в сравнении с доходностью там американский фондовый рынок, ну, если он есть, а он, вероятно, для украинцев каким-то образом есть, да, если мы о нем говорим. Напрямую просто ж нельзя украинцам торговать на фонде. Вот. И если есть фондовый рынок, зачем тогда инвестора в Украине несут деньги в ОВГЗ? А я пока пойду сделаю водичку и хочу спросить у вас, вам водичку сделать, спикеры? Я пас. Да, давайте попытаемся понять с инструментами Украина мир. В Украине все, что есть внутри, подвержено высоким страновым рискам. У нас страна такая, эти риски нельзя нивелировать ничем. Их невозможно компенсировать, для этого нет никаких разумных механизмов. Мы живем в стране, где раз в пару лет меняется достаточно кардинально политическая верхушка. Мы живем в стране, где регулярно происходят достаточно кровопролитные революции. Мы живем в стране, в которой есть такой тлеющий военный конфликт с гигантским соседом. Мы живем в стране, где у нас, ну, я не представляю даже, в каких отраслях у нас вообще есть стабильность. Поэтому тут сложно перечислять все, в чем у нас нестабильность. И вот в этой стране риски априори очень высоки. И за то, что эти риски высоки, нас с вами вознаграждают фантастической доходностью. Если мы вернемся там на 2 года назад, на 1.5 года назад, в доковидное время, то мы поймем, что государственная облигация, которая приносит, если отмотать еще на годик раньше, 18,5 годовых, ну это нонсенс. Ну такое может быть в какой-нибудь Аргентине, где было 7 дефолтов подряд. Но в нормальных странах такого быть не должно. И это привлекает определенный тип инвесторов из-за рубежа. Те, которые умеют оценивать макроэкономические риски, те, которые умеют защищать свои инвестиции на государственном уровне, те, у которых есть определенное политическое лобби, ну, это специфический вид инвестора. Аналогично в это время у нас есть фантастическая доходность в недвижимости. У нас есть фантастические возможности по приватизации. У нас есть фантастическое количество схематозов в самых разных отраслях, где достаточно легко доллар превращается в 1.5 всего за год. И это возможности, среди них есть разумные по риску, неразумные по риску, но они многочисленны, и они привлекают как украинцев, так и людей извне, которые умеют неплохо мерить риск и понимают, что за этот риск они хорошо вознаграждаются. Наша проблема внутри страны в том, что наши люди риски мерить не умеют и не хотят. Наши люди, к сожалению, за там, 70 лет, условно говоря, такого лайтового патернализма привыкли к мысли, что за них все должен кто-то порешать. Кто-то должен выдать квартиру, кто-то должен выдать пенсию, кто-то должен после института взять на работу, кто-то должен дать бесплатное образование, медицину и так далее. И у нас там выросло 2 поколения людей, которые в голове вот так настроены, что это откуда-то придет. Если делать что-то по, как сказать, по инструкции, то благо они придут.
И вот у нас поменялась эта парадигма, и огромное количество людей нашли себя в ситуации, где за вас никто ничего хорошего не сделает. Вам как бы нужно прогрызать себе путь к каким-то разумным решениям, грызть этот гранит науки, изучать, пробовать, ошибаться, улучшать свои навыки, тренировать свою нейроночку и так далее. Вот. И в тот момент, когда люди это примут, мы сможем как-то объективно, адекватно оценивать плюсы и минусы инвестиций в Украине. Сейчас же, давайте будем честны, инвестиции в Украине потому так популярны в первую очередь, что люди не готовы вникать и разбираться. Потому что, чтобы подписать договор с TA Ventures или с iClub, и ты хочешь в это вникнуть, тебе надо понять, что ты будешь делать с финмониторингом, что ты будешь делать со своими белыми деньгами, как ты будешь объяснять их происхождение, как ты пройдешь комплаенс в Швейцарии, как это все будет красиво действовать. И вообще понять юридическую схему, что тебе в итоге будет принадлежать, и оценить же еще этот стартап, который должен стать великим, а может не стать. Это требует все там недюжинного вовлечения и умственных способностей. Но не все на это готовы. Очень много людей хотят не вникать или вникать поверхностно, хотят переложить ответственность на кого-то. И нужно честно сказать, это дает и Игорю, и нам хлеб. Люди, которые не готовы тратить кучу времени, делать инвестиции делом своей жизни, они приходят к таким вот посредникам, которые проделывают заранее всю работу, аналитику, юридические схемы, проверки, механизмы безопасности, чтобы человек потом мог с себя эту ответственность мысленно снять. И так, типа, вместе с пакетом денег, типа, держите, пацаны. Ну, скажите там, а есть, как ты сегодня говорил, такая, а есть такая сделочка, ну, не для всех. Ну. Это просто история, реально. Да, я вот не зря это сказал. Есть такое. То есть это люди, ну, есть, может, короткий коммент про не для всех. Конечно. Ну, просто я там работаю с людьми, ну, там, чаще всего, у которых доход, инвестиционный капитал больше там, $1 миллион в год точно. Ну, то есть только инвестиционного капитала, а там лучше больше 10 миллионов. И то есть мне достаточно серьезно этот человек уже второй год, инвестируя с нами, рассказывает, что мы ему не все показываем. Вот он искренне уверен, что предоставляя деньги нам, что мы его обманываем. Я говорю, ну ты что, серьезно? Ну, я говорю, ну как бы, ну сколько это может продолжаться? И он мне все равно пишет, сделка классная, я зайду, но будут вот те, которые не для всех, ты мне давай. И это, ну, пацану 30 лет, он из IT-индустрии, ну то есть это не там, не какая-то… Вот он искренне уверен, что мы его все равно где-нибудь немножечко обманываем. Но, в принципе, с нами прикольно зарабатываются деньги, поэтому, почему бы и нет, он будет продолжать. Но если будет сделочка не для всех, ты мне ее, пожалуйста, скинь. Ну, вот та, которую вы прячете от всех, ты мне ее скинь. И это очень интересно. Я уже сегодня вспоминал об этом. Это, конечно, очень интересная тема. Извини. Да, ну, то есть вот в этих реалиях мы живем, и поэтому главный фактор, почему люди пока мало инвестируют за рубежом, потому что они не исчерпали, ну или так, у них пока не, даже назовем это политкорректно, у них пока не было мотивации разобраться с тем, как инвестировать за рубежом, какие есть инструменты, чем ты будешь защищен, как это все процессуально происходит, как происходят транзакции, как потом происходит налоговое декларирование того, что произошло за рубежом. Это все сложно, муторно в глазах большинства. На самом деле абсолютно подъемная и доступная материя. Вот. Но мы выращены идеями, что свои четыре стены, домик за городом, депозит в банке, слиток золота, ну кому что-то родители навешали, у каждого какие-то свое внутреннее видение того, как правильно. Мы избалованы доходностью инструментов шаговой доступности. Было время, когда депозиты в Украине легко давали там 18-20 годовых. Это нонсенс. И еще с тех времен как бы у людей отложилась мысль, на депозитах можно зарабатывать. А мир стремительно поменялся. И вот мы, например, запустились как клуб за месяц до начала локдауна в конце февраля 2020 года. И нам все инвесторы сказали, какие инвестиции в Украине, какие инвестиции в малый бизнес, какие инвестиции в недвижку, вы что, все с ума посходили, галактика в опасности, мир в огне, мы все умрем, ну вот это все, все будет очень плохо, и вы тоже горите в аду, я спрячу свои деньги, закопаю в огороде. Вот, это нормально, да, то мы там получили свою порцию хейта, вот, но в конце концов,
при должном подходе можно найти шикарные инвестиции за границей, можно найти шикарные инвестиции внутри своей страны, и это тоже не зависит от сектора. То есть все хотят, чтобы сказали, вот назови то место, где вот все хорошо, мы знаем, что все плохо, назови то место, где все хорошо. А правда в том, что это очень фрагментировано. Из всех компаний на перегретом американском рынке акций можно идентифицировать недооцененные. Среди всех компаний плохих заемщиков в Украине можно идентифицировать хороших. Среди всех активов недвижимости, которые сейчас перегреты, можно найти те, которые недооценены. То есть это не вопрос опять простого решения. Но тут нет, к сожалению, простых решений. Нету такого «инвестируй сейчас в коттеджные домики вот такой квадратуры, в такой локации, в таком месте вот, вот этого застройщика». Я надеялся, будет. Я для этого пришел сюда, если честно, вообще-то. За коттеджный городок хотел узнать тут это просто. О, нормально, свои люди. Вот. У меня с этим проблема. Я просто не могу хату в Киеве купить, короче. Хата, которую хочу, полмульта. Но только снимаю ее за двушку долларов в месяц. И вот у меня резонный вопрос, как у человека, который, да не пол, даже, по-моему, 700 тысяч хотят. У меня резонный человек, как у человека, который математика все хорошо, экономическая кибернетика по образованию, я нифига не понимаю, зачем это делать. Ну вот, у меня было два брака, в обоих браках приходилось покупать квартиры. Вот, а потом как-то не приходится и сложно, потому что вот действительно обычно люди, инвестирующие в квартиру, вот если я так прикинул, ну то есть там больше 7% годовых в долларе ты не вытащишь. Сложно. Ну окей, давайте, если мы уже подняли как бы этот классический миф, большинство людей опять, мне кажется, что это исторически так родилось, большинство людей считают, что если купить однушку возле метро, это пассивная инвестиция, высоконадежная, они в цене никогда не падают, и приносит она 10-15 годовых. У кого есть инвестиции в квартиры? Так смелее поднимайте, что же вы как... А, вы нос чешете? Да я не вам даже был, но неважно. Вот, на практике обычно люди, ну вот, которые судят какими-то такими базовыми чужими установками, они будут с пеной у рта отстаивать мысль, что однушка возле метро – это классная инвестиция. И для многих людей это классная инвестиция. Но если мы посмотрим в корень, вот в нашем вопросе ликвидности, надежности, доходности, это ликвидные объекты, они достаточно легко и быстро продаются. Надежность, ну, в Украине это, скажем так, наиболее защищенная инвестиция из того, что может быть. Но если мы посмотрим в надежность глубже и включим туда фактор исторического ценообразования, то мы увидим, что с 2008 года однушки возле метро в Киеве упали в 2,5 раза. То есть те, кто купили в 2008, будучи уверенным, что это хорошая инвестиция, они, скорее всего, не угадали. И нет причины, почему это не может повториться в этом году, в следующем или через год. Но это просто риск, о котором люди не думали, а о нем нужно подумать. Если мы говорим о доходности, вы зайдете на какой-нибудь Loon или OLX, я уверен, что вы не найдете квартиру с нормальными документами, с нормальным заселенным арендатором по рыночной цене, и чтобы она окупилась меньше, чем за 10 лет. То есть 15% вы точно не получите. 10% вы купите, если у вас сидит человек и занимается этим целый день, вот поиском, вылавливанием таких квартир. А если вы так на лайте зайдете, там по быстрячку прошвырнетесь и решите купить что-то очень стандартное и понятное по цене, скорее всего, ваша доходность будет там 7-8%. Ну вот мои продают за 700 штук, если кому надо. Я там как арендатор есть уже, поэтому могу свести. Да, ну то есть в Европе это нормальная история, окупаемость недвижимости рентными платежами с учетом амортизации и ремонта там за 30 лет, за 40 лет. А в Украине какой вообще человек готов в Украине инвестировать на такие сроки вперед? Тут люди столько не живут, политические режимы столько не живут, тут наши даже границы страны столько не живут. Ну то есть на Западе сложилась своя историческая история. Я предлагаю вам задуматься об одном факторе. Люди, вот я когда оцениваю, там, к нам же тоже часто приходят стартапы, и когда они говорят, что мы делаем вот то, что больше никто не делает, то у меня, например, в голове всегда зажигается такая красная лампочка, и я думаю, то есть никто до вас
до этого гениального хода не додумался. Вы самые умные на планете. Из 6 миллиардов голодранцев, максимально замотивированных заработать себе 3 копейки, именно вы, выросшие в хорошей семье, отучившиеся в хорошем вузе, именно у вас, значит, зажглась лампочка и потекла слюна, как у собаки Павлова, вызывает у меня большие сомнения. Теперь давайте эту аналогию переложим на западные рынки. Там есть огромные капиталы, сформированные поколениями, капиталы, которых в Украине нет, даже если сложить всех олигархов вместе. И эти капиталы такие глупцы, что, имея доступ к лучшим умам, к лучшим технологиям, к лучшим связям, к инсайду, ко всему, они инвестируют с доходностью 5 годовых. Ну, здесь же есть какой-то подвох. Идиоты. Не умеют. Я разберусь лучше. У меня, сидя в Житомире, инсайда больше, чем у того чувака на Уолл-стрит, который ужинает завтра с CEO этого предприятия. Он просто на наркотиках сидит в своем Уолл-стрит. Ну, может, у него как это ионное поле ему там что-то подсказывает. Ну, моя мысль. На Западе наши деньги нахер никому не нужны. У них своих денег навалом, компетенции в разы больше, чем у нас. История этих рынков, люди выросли с этим, они воспитаны этими рынками. Нет у американцев, у которых нет брокерских счетов, которые не знают, как покупать акции. У них разговоры за ланчем о том, кто какую акцию купил, продал и какой себе пенсионный план составил. И мы тут, в прямом смысле, недоразвитые в этом вопросе аборигены, думаем, что мы вот отсюда, значит, что-то максимально эффективно поймем, проанализируем лучше. Если поднять это как бы глубже, поднять теорию эффективного рынка, о том, что вообще все изменения в рынке непредсказуемы и хаотичны, по сути, неотличимы от случайных. Можно пойти дальше, поднять статистику хедж-фондов, которым со всеми их миллиардными ресурсами не удается делать никакие сверхрезультаты. То каким нужно обладать высокомерием, чтобы думать, что мы справимся с задачей инвестиций на их родных рынках лучше, чем с этим справляются самые успешные, самые состоятельные местные. Это правда. Мы как люди, которые инвестируют в Америке, 75% сделок, мы живем там. Ну, в смысле, literally, наши сотрудники живут там, мы имеем полный assimilation в плане регионов. Мы вот как в Фейсбуке знаем здесь всех в Киеве, так и там знаем всех. Знаем, кто чем занимается, весь нетворк, варимся со всеми, кто с кем спит, кто не спит. Ну, вот эта вся тусовка, которая здесь важна для того, чтобы найти какую-то интересную сделку, потому что ты хочешь понимать, что это за человек. Тебе не важно, с кем он спит, тебе важно, ушел ли он от жены и бросил ее без копейки. А у нас были такие кейсы, где нам предлагали инвестировать, в принципе, в неплохие сделки, но это было достаточно на доверии. Вот. И мы узнавали просто, что как бы если человек там, ну, как бы у него нет никакого чувства долга к человеку, с которым он там прожил много лет, не по барабану по каким-то причинам. Это увеличивает риск, то, о чем мы говорили, что, скорее всего, и у меня будут с ним сложности. И знать бы это хорошо, когда ты инвестируешь, а не просто наобум кидаешь. Поэтому да, у нас получается инвестировать в Штатах и Европе, потому что мы там, ну, в смысле, полностью физически, ментально, ну, как бы, и разговариваем на английском внутри у себя чаще всего. Дима говорит абсолютно правду. У нас есть невероятная возможность, как есть она в Филиппинах, где доходность колоссальная на рынке, где есть она в Индонезии, где сумасшедшая доходность. У меня друзья местные в Индонезии на недвижимости делают по 25 годовых в долларе, отлично себя чувствуя. На таких же сложных рынках, где куча коррупции, непонятно, что происходит, непонятно, что со страной. Emerging markets – очень простое, понятное слово, которое под себя в том числе тянет Украину, развивающиеся рынки, но там в Латаме был бум, он сейчас спадает по чуть-чуть. Африка, будущие регионы, где все растет, бумит, там куча денег туда вливается, потому что большая доходность. Кто первый приходит, тот получает и риски, но при этом и большую прибыль. Поэтому очень правильный довод. Мы там особо никому на самом деле не нужны. Вот. И это надо понимать. Так, окей, хорошо. Вводим вводные. Я сейчас задаю последний маленький вопросик. А вы думаете свои вопросы, и я подхожу к вам с микрофоном. Вы его озвучиваете, микрофон отдаете мне. Это моя вещь. Не держите ее у себе, мне без нее очень грустно и скучно. Вот. А мой вопрос такой. Там ранее вы высказали некую такую дихотомию, есть такое слово, это противоречие, противоборство. Вот. Такую дихотомию значит инвестор-бизнесмен.
То есть бизнесмен бизнесмена, инвестор инвестор. Вот. И желательно не смешивать, да, ну или чаще всего не получается смешивать. Если я, есть даже такое слово, реинвестирую какие-то средства в свой бизнес, да, и неоднократно у вас на канале, Дмитрий, я это слышал, и вообще эта мысль такая крамольная, которая везде в инфополях гуляет, что инвестировать нужно в свой бизнес. Если я инвестирую в свой бизнес, я инвестор или кто я? Ну, на мой субъективный взгляд, нет. Все, что инвестор или там бизнесмен вкладывает в свой бизнес, остается все-таки ну, вложением в тот же самый актив. Да, безусловно. Но это история, я думаю, все уже слышали эту фразу, что нужно все яйца раскладывать в разные корзины, иначе риски слишком высоки. Но проблема с собственным бизнесом, она немножко многограннее. Ну, давайте попытаемся как бы оценить. Вообще инвестиция в собственный бизнес, вот по классике, она хорошая или плохая? Свой бизнес для подавляющего большинства предпринимателей не продавабелен. Есть, безусловно, бизнесы с грамотной системой корпоративного управления, отчуждаемые, понятные, построенные на активах. Твой продаваемый. Не плачь. А то ты начал плакать. Твой продаваемый. Все нормально. А то я смотрю, ты загрустил. Но подавляющее большинство частных бизнесов, не публичных, особенно если мы говорим про Украину, не продаваемый без своего собственника. Также подавляющее большинство бизнесов тотально зависимы от своего собственника. То есть у вас завтра поплохело со здоровьем, с рассудком, с деньгами, со временем, с интересом, с чем угодно, этот бизнес начинает дико страдать мгновенно. Третий, как бы такая сложность с этим бизнесом. У нас подавляющее большинство предпринимателей бизнес ведут, ну, скажем так, срезая углы. И мы понимаем, что в любом бизнесе таких технического долга, юридического долга, схематозного долга накапливается довольно много. И с каждым дальнейшим годом существования такого бизнеса он не обязательно становится более стабильным. Он может становиться и более хрупким, ну, по крайней мере, с точки зрения, сможет ли этот бизнес выжить без вас. Вот. И мы все живем в иллюзии, что в своем-то бизнесе мы разбираемся. И это дает такую нам иллюзию контроля, что ну, в своем-то бизнесе я справлюсь с любыми невзгодами, я понимаю, кого надо пнуть, кого задобрить, кого уволить, кого нанять. Ну, типа, очень понятно, что делать. В отличие от того, что если падает акция Apple, непонятно, что делать. А в своем бизнесе кажется, как будто бы понятно. Но при этом мы не оцениваем рыночные риски. Рынок, на котором мы работаем, может быть не обязательно таким перспективным и растущим, он может быть стагнирующим и падающим. Регуляторные риски. Куча компаний в Украине работала, раз, появились новые регуляции, новые требования, новые законы. И миллион других вещей, которые в нашей конкретно стране динамично меняются и делают любой бизнес непредсказуемым. Поэтому, если вы посмотрите, как оценивают украинские бизнесы, то даже самые крутые украинские бизнесы, если мы говорим про какую-то классику, да, не стартапы, не растущую айтишку, их очень часто оценивают не дороже там, 4 лет, помноженных на годичную чистую прибыль. А это уже выражает веру инвесторов, собственно, в ценность вашего бизнеса. Вот 4 годика они примерно понимают его прогноз, а дальше на всякий случай списываем в утиль. Моя мысль. Инвестиции в собственный бизнес, которым вы операционно занимаетесь, это одни из самых высокорисковых инвестиций. Просто у каждого из нас есть вот эта иллюзия, искажение психологическое, которое дает нам ощущение, как будто бы это более надежно, потому что я это лучше контролирую. В этом есть доля правды. Это индустрия, в которых вы разбираетесь лучше всего. Вот если вы этим 20 лет уже занимаетесь, то уже там хороший у вас бизнес или не очень хорошо налаженный, но вы уже точно в своей индустрии разобрались. Это огромный плюс, но вряд ли он перекрывает все остальные минусы. Поэтому из соображения управления рисками имеет смысл не вкладывать все доступные деньги в свой бизнес.
так же, как не вкладывать все доступные деньги ни в какой актив, даже если именно в этом активе вы обладаете самой полной информацией, лучшей в мире компетенцией. Он вам кажется самым доходным, надежным, ликвидным и вообще самым лучшим на свете, все равно все деньги в него вкладывать не стоит. Вот, исходя из этого, это считается типичной ошибкой боготворить свой бизнес. Плюс это чисто еще эмоционально большая ошибка. Как предприниматель, вы свой бизнес обязаны любить. Тогда он будет работать. Как инвестор, если вы будете любить свою инвестицию, вы, скорее всего, обанкротитесь. Вам, наоборот, нужен трезвый, такой сухой разум, взгляд рыночный на ваш актив, и вы не должны в этот актив влюбляться или, не дай бог, на нем жениться. Поэтому вот эта комбинация предпринимателя и инвестора в собственный бизнес, она работает в Украине только в одном проявлении, вот это из моих наблюдений там, последних лет. Если ваш бизнес очень высокорисковый, очень высокомаржинальный, и вы для себя приняли такую стратегию банчить по максимуму, пока это возможно, и парковать эти деньги на Западе. Вот это единственная стратегия, которая, на мой взгляд, работает, когда вы действительно можете накачивать свой бизнес деньгами, понимая, что вы эти деньги очень быстро вытащите и спрячете. Тогда это работает. В остальных случаях лучше сильно диверсифицироваться. Про политиков сейчас про многих сказал в конце. На самом деле тема такая, я тут чтобы переложить на математику какую-то, потому что я опять-таки люблю математику и цифры, если можно, я встану, я сейчас устал сидеть, вот, то тема такая. Ты как любой собственник, на твоем примере, ты классный собственник бизнеса. Ну, задал вопрос, теперь отдувайся. Не, ну, сорян. Про цифры не будем, это потом, да, налоговая же смотрит. Вот, соответственно, вот ты классный предприниматель, у тебя есть, твой бизнес растет. Ты, как нормальный предприниматель, все книжки про это учат, ты должен платить себе зарплату и дивиденды. Ну, то есть это такая достаточно распространенная тема. И желательно, ты должен заплатить себе дивиденды, получить их. Ну, там, и нормальные в хороших книжках учат, что вы должны часть реинвестировать, ну, какую-то определенную часть, все равно платить себе дивидендами. Чаще всего, если ты адекватный парень, у тебя все равно денег будет оставаться. Ну, то есть как бы они будут оставаться больше, чем ты опять-таки можешь потратить на семью, там, друзей, машины новые. Если у тебя хороший успешный бизнес, часть денег будет оставаться. Вот это твой капитал для инвестиций. Ты уже прореинвестировал в свою компанию, ты уже как бы свои какие-то нужды заполнил, и вот у тебя осталась часть денег. Это может быть немного, ну то есть ты можешь на общем фоне, там, не знаю, компания может приносить десятки миллионов долларов в год, а ты можешь инвестировать там 100 тысяч в год, да, но первые эти инвестиции нужно делать, потому что дальше будет хуже. Ты столкнешься, а мне опять-таки, при том, что мы как фонд, как клуб, наверное, в данном случае, как клуб работаем с людьми, которые инвестируют там, ну, от пару сотен тысяч долларов в год, ну, там, от сотни тысяч долларов в год хотя бы, вот, в венчур. Я при этом много общаюсь с людьми, у которых, ну, сильно другие капиталы уже. И они говорят, что вот теперь совсем сложно. Если бы я начал раньше, ну, то есть они там, теперь у них дивидендами уже сотни миллионов долларов в год. Ну, то есть бизнес рос, все было хорошо, они раньше выводили дивидендами миллион, теперь бизнес рос. Дальше у них, ну, вот я сегодня обедал с человеком, который за прошлый год вывел себе 150 миллионов долларов дивидендов из своего бизнеса. И он говорит, что делать, вообще не понимаю с ними. Ну, то есть, как бы, и у него, ну, как бы, он говорит, раньше мы там много лет не выводили, а теперь вывели, он говорит, и что с ними делать? Ну, в смысле, то есть, при том проценте инфляции, который мы обсудили, там, ну, порядка 15 миллионов он за год будет терять. Ну, как бы, даже 10%. Ну, неприятно. Что делать, он не понимает. Ну, как бы, он просто тупо ходит по друзьям и говорит, что делать с баблом? Ну, то есть, как бы, я всегда там, у него были какие-то там, ну, выводился, не сегодня стал резко богатым, но они много лет не выводили дивиденды вообще. И вот, вывели, все решили чуть-чуть, как бы, пожить. И он говорит, я не знаю вообще, что делать. Ну, как бы, то есть тачки, ну, на 150 миллионов ты не накупишь машин. Самолет, он говорит, мне как-то не нужен. Вот, и, соответственно, ты встаешь с вопросом. При этом у меня есть другие ребята. Другой пример. Человек там, ну, у него там в год он выводит, наверное, по моей скромной оценке, 20-25 миллионов долларов в год. Он говорит, я четко понимаю, у меня уже под все задачи есть ассет-менеджеры. Ну, как бы, ассет-менеджмент — это люди, которые им помогают. Он говорит, у меня уже под всем есть там, я уже там с первого миллиона долларов начал их искать. К тому, то есть понятно, что они менялись, потому что когда у тебя миллион, ты будешь работать только, с тобой захотят работать только одни ребята. Когда у тебя там 100 миллионов, другие ребята, и там тоже очень четкое разделение. Если у вас миллион долларов там для фонды, то вы пойдете к одним только пацанам. Там крутым пацаны даже не будут на вас смотреть, ну как бы им неинтересно, потому что они ценят свое время. Потому что, к сожалению, вот здесь, наверное, самый важный месседж, который я бы хотел сказать, самый ценный ресурс — это время. Все мы с вами это знаем.
И вы сами определяете, куда это время потратить. На разбор инвестиций, там, на стартап, который мы показываем, или вы сами в него проинвестируете, можете найти где-то, на купите квартиру сами, или, или время потратите на что-то другое. Или вы постараетесь максимально, например, потратить время на то, что приносит вам деньги, или удовольствие, и дать деньги кому-то, вместе там наблюдая или участвуя как-то в процессах. Потому что есть еще один очень важный момент. Рано или поздно свои бизнесы чаще всего надоедают. Ну вот из того, что я вижу. А я общаюсь с 40 там, плюс предпринимателями многими, которые успешно строят свои бизнесы по 10-15 лет, и они говорят, очень прикольно, но уже вот тут. Ну как бы и классно, круто, но опыт, понимание там каких-то, ну как кого как распределять свой капитал, для них тоже важен. Потому что ну как бы они, в какой-то момент единственное, что вас... Если у вас все будет хорошо получаться в бизнесе, это очень важно, в какой-то момент у вас просто станет так много денег, что вы не будете знать, что с ними делать. Ну вот поверьте мне. Вот рано или поздно этот хороший бизнес, этот момент наступает. Я просто вижу это по своим вот, как бы, клиентам. Это наступает, когда люди становятся оп, и у них настолько много денег, что они просто не знают, что с ними делать. И вот этот момент, он показателен, потому что кто начал по чуть-чуть инвестировать, те, что они создают свои фэмили-офисы, свои фонды. Ну, как бы, я вот, мне ко мне сегодня был тоже завтрак с парнем, он говорит, мне нужен управляющий там на мой фонд, фонд 50 миллионов долларов. У него бизнес рабочий, он говорит, я готов, то есть я уже готов, не, ну, не только венчур, на все. Ему нужен asset-менеджер, которого он наймет на большие деньги, который будет управлять у него в in-house внутри его фонда, потому что он говорит, мне же даже что-то детям надо оставлять. Ну, как бы, ну как, он говорит, куда же это девать? Вот, и как бы понятный бизнес, он уже нанял себе менеджера, который управляет со Стэнфордом, со всеми делами, наймет, который будет управлять его капиталом, потому что денег больше. Пока, я вот здесь очень важный аспект. Я здесь, у нас с Димой есть, мы просто этот вопрос, мы не, с ним не первый раз на панели вместе этот вопрос задают. У нас с ним есть расхождение в этом. Я считаю, что пока ты интуитивно считаешь, что твой бизнес тебе больше дает, чисто интуитивно, инвестируй в него. Наступит момент, когда ты поймешь, что хватит. Вот он будет в голове, вот я понимаю, я вижу по ним. То есть это не какой-то цифровой момент. Это момент, когда они понимают, ну все, уже я готов там забрать часть денег и нести куда-то. Потому что, опять-таки, если ты будешь не готов, ты достанешь деньги, пойдешь, отнесешь Диме куда-то, не знаю, купишь дом и будешь Диме писать каждый день, ну что там, еще не сгорело? Ну что там уже, мы уже заработали. Это раз пример. Другой пример, я вот Диме, да, у нас с Димой есть один классный клиент, у нас клиент и у Димы клиент. Вот. И он тебе хоть раз написал, я подумал, он тебе хоть раз написал за все время. Вот прошел там год, наверное, ну сколько-то, с инвестиций, ноль. Мне он ни разу не написал. Я, видит... я хотел денег отвезти, говорю, ну давай отвезу тебе денег. Говорит, не надо. Может, потом когда-нибудь напишу, полгода не писал, мне уже неудобно. Я говорю, там, ну, давай, куда отвезти? Говорит, ну, в следующем году буду в Киеве, отдашь. Не потому, что денег много. На самом деле денег не так уж и много. Потому что отношение к инвестициям очень понятное. Он видит репорты, видит отчеты, все хорошо. Но нет, он понимает, зачем он положил эти деньги. Он от них ждет понятную доходность какую-то. Он видит, что она это приносит, чего дергаться. Нет эмоций в инвестиции. Ну, то есть инвестиция абсолютно безэмоциональная. И вот то, о чем я говорю. И пока ваши инвестиции будут эмоциональны, это не инвестиция. И вот здесь вот очень классно то, что сказал Дима, свой бизнес, вы его любите, а инвестировать, ну, нельзя в то, что вы любите. Потому что, ну, вот у меня, когда мы инвестируем в стартапы, у нас в портфеле 85 портфельных компаний сейчас. Мы инвестируем 25 компаний в год. Я, когда инвестирую в стартап, они мне все как мои дети. Ну, вот если честно. Я на него смотрю и думаю, боже, зайка, то ты же точно добежишь до туда, докуда мне надо. Но я знаю, что куча из этих заек сдохнет. Вот 100%. Ну, то есть вероятность, что из этих заек добежит так много, как я бы хотел, ну, к сожалению, нереально. Я не знаю, кто. Это очень прикольно. Это такая игра. То есть, как бы, у вас, представьте себе, боже, ну, про детей, наверное, нельзя. Вот, представьте, у вас 40 детей вы родили в один момент. Ну, как бы, 40 женщин, там, 9 месяцев, все дела. Вот, вы родили 40 детей, и они вам все нравятся. Во-первых, вы имена долго придумывали. Вот, а, во-вторых, они все прикольные. И вы такие думаете, ну кто-то из тебя точно добежит. Вы все дойдете до школы. Вот. В нашем там случае школа, ну пускай годик. Вот годик они. Кто-то помер раньше, вот, до школы не дошел. И дальше вы понимаете, что до университета из 40 дойдут 10. Есть очень интересная штука про стартапы, о которых вообще мало кто рассказывает. Я думаю, что это на самом деле про многие проекты, ты вот меня здесь поправишь, но я знаю эту статистику про стартапы. Все мы с вами сталкивались, наверное, с тем, что, ну, кто занимается инвестированием. Представьте себе, что есть 100 компаний, и, ну, вот, по статистике 10% компаний будут суперкрутые, да, они там выстрелят вам, завалят вас баблом, все будет хорошо. Есть какой-то процент
тех, кто, ну, ни шатка, ни валка. Да, вот непонятно, что с ними будет. И есть процент, который, ну, умрет. Вообще без вариантов. Вы видите это, вот вы запустили этих 40 детей, и вы наблюдаете, они все распределились по этим сегментам, вы уже понимаете, кто, скорее всего, будет вот эти вот аутлееры, которые будут суперкрутые, кто будет среднячком, а кто реально откровенно уже как бы, ну, все. Что делает неопытный инвестор? Что он делает? Он помогает тем, кто умирает. Самая тупая ошибка инвестора. Потому что помогать надо среднякам, чтобы они стали теми, кто попадет в первых 10. Потому что если их будет на 1-2 больше, вы по математике заработаете в разы больше, чем вы будете пытаться тех, кто хуже, вытащить в средняки. И вот это такая психологическая штука. Все люди привыкли спасать то, что умирает. То, что умирает, пускай умирает. И вот когда вы делаете это безэмоционально, вы инвестируете, и вам очень жалко. Потому что он, там, ну, ситуация там какая-то. У меня, ну, фаундеры стартапов умирали. Поверьте, у меня много чего было. Ну, как бы, у меня просто звонили с утра и говорили, ну, кстати, все. И как бы надо было решать проблему. Но если бы я решал ее эмоционально, мне дико не, ну, как бы, это человек, это ужасная ситуация. Но для меня это проект. И мне либо его спасать, либо плакать. И варианта у меня нет. Поэтому эмоциональные инвестиции — это самое худшее. А своя компания — это эмоциональная инвестиция. Вот с этим я на 100% соглашусь. Я бы тут добавил такой общий тезис, вообще годный для всех инвестиций. Самый большой риск для молодого инвестора – это не риск рынка, волатильности, там какого-то плохо оформленного права собственности и так далее. Самый большой риск для неопытного инвестора – это риск того, что вы по своей неопытности вообще неверно оцениваете приблизительно все. Вы неверно оценили риски, неверно оценили рынок, неверно оценили фаундера, неверно оценили юридическую модель. Ну, то есть вы, скорее всего, ошиблись во всем. И поэтому человек, от которого вам надо защищаться больше всего, это вы сами. И тут есть всего несколько механизмов, которые вас защищают от собственной неопытности, от своих ошибок. Первый механизм – это насмотренность. Не принимайте решений, пока не увидели 20 похожих ситуаций, похожих компаний, похожих фаундеров, чего угодно. Если вам не с чем сравнить, вас очаруют, обаяют, и вы поверите первому встречному проходимцу. Я сказал, что я так женился. Знакомая история. Да, первый раз или второй? Давай не усугубляй ситуацию. Например. Вот. Вторая штука, которая вас сохраняет от самих себя, это, как бы это так политкорректно сказать, давайте скажем так, диверсификация. Вот не кладите много денег, пока вы неопытный инвестор. Тут вообще не важно, верняк, не верняк, стрёмно выглядит, не стрёмно выглядит, кажется лучшим шансом всей вашей жизни. Не кладите туда много денег. Вот примите для себя такую инвестиционную декларацию. Первые 3 года вашего становления инвестором не имейте в портфеле никакого актива, который займет в нем больше 10%. Даже если это какая-то очень хорошая недвижка на котловане, знакомые строят, пацаны сказали, все будет хорошо. Да, ну то есть верняк – это самая высокорисковая сделка, которая вообще может быть в вашей жизни. Чем больше людей топит за то, что это верняк, тем дальше вам нужно держаться от этой сделки. Чем сильнее вы на эмоциях, и вам кажется, блядь, вот оно, вот подфартило, вот знаете, за поворотом въедете в забор. Так происходит там в 90% случаев. Знаешь, что очень похоже? Я сейчас подумал. Давно подумал. Вот ты хорошо описал. Я, как уже известно, дважды женатый, могу сравнить это с любыми отношениями. Ну вот смотрите, вспомните свое, кто тут с первых отношений поженился или вышел замуж. Ну, можете руки... Вот это с респект, я уважаю таких людей. Но это редкая история, давайте. Вот раз в году и палка стреляет, это редкая история людей, которые вот так с первых отношений у них получилось. Вы пробуете... Изучайте человека, вообще понимаете, как вы себя ведете в отношениях, как человек себя ведет, что с ним делать, дарить цветы, не дарить цветы, я не знаю, ну, у каждого своя история. Во-первых, вы должны научиться вести себя с инвестициями, как научиться вести себя с партнером.
Потому что по-другому не получится. Если вы будете постоянно партнера дергать, эй, там, как твои дела, ну, как бы он вас скажет, слушай, ну, это на работе, бля, вообще, как бы, да? Вот. Если вы будете понимать, какой тип инвестиций вам подходит. Потому что есть инвестиции, которые отчитываются раз в год. Ну, они вот вообще, ну, как бы, они никуда не спешат. У них там такой инвестиции, каждый день можно дергать. И это разные тоже мужчины или женщины, вы же понимаете, да? Соответственно, вы должны понять, какой профайл, в данном случае, инвестиций, с кем вам комфортно будет спать. А после этого вы вступаете в инвестицию и ждете. Очень важный момент. Вы когда начинаете встречаться с кем-то, вы же не в первый день, ну, скорее всего, я сейчас очень не хочу просить руки поднимать, но не в первый же день платье примеряете. И не в первый же день дарите автомобиль, квартиру, переписываете все имущество. Ну, наверное, не в первый день, давайте по-честному. Ну, хотя бы неделю подождете. Так вот, то же самое с инвестицией. Не надо, как я сказал, всю котлету взять и завалить, потому что это похоже очень сильно на это. И если в отношениях вы сейчас все-таки очень сильно улыбнулись, типа, а, я же так не делаю, то почему многие делают в инвестициях? Почему вы находите первую попавшуюся инвестицию, которая вам очень понравилась, очаровала, прошла мимо или как хотите, и вам очень понравилось, вы такие берете и говорите, все, короче, дорогая, держи все бабло, ну или дорогой, и погнали в брак. Скорее всего, не получится. Поэтому каждый раз, я всегда говорю, что любая инвестиция, потому что если еще взять инвестицию, например, где есть какой-то фаундер, ну неважно, это проект, стартап, ну в общем, персона, с той стороны, которой вы даете деньги. Потому что я, например, не люблю неперсонализированные инвестиции. У меня с ними проблемы. Ну, то есть я люблю давать деньги конкретно кому-то. Неважно, это в проект или еще кто-то, должен знать, кто это. У меня с этим проблемы, если это неперсонализированная инвестиция. То вы понимаете, что этот человек на выходе из себя представляет. Что, каким он будет, какие риски он в себе несет. И фактически, насколько хорошо вам с ним будет на протяжении там, нескольких лет, или будет не очень хорошо. Поэтому я всегда сравниваю любую инвестицию персональную, это как отношение. И вот здесь, ну там между мужчиной и женщиной, между любыми полами, как угодно. Любые отношения строятся на очень многих факторах. Вот относитесь к вашей инвестиции так же, я вам советую. Особенно на ранних этапах. Потом вы научитесь. Вы уже начнете сразу определять, отстреливать и понимать, оно не оно. А по старту относитесь к этому как к браку, чтобы было проще. Готовы ли вы заключить брак? Или это инвестиция, где вы на ночь, где вы потусили, риск большой, что ничего не получится, но и выгода прикольная. И вы осознанно заходите в эту инвестицию, как бы, чтобы получить большую классную выгоду, но на long run, наверное, ничего не получится. А иногда еще заходите незащищенным. Так тоже бывает, имеют плачевные последствия. Хеджировать риски – это вообще сложно. Давайте не будем об этом. Вопросы, да, с зала? Официально хочу пожелать, друзья мои дорогие, чтобы вы дошли до точки, где денег у вас будет так много, что вы будете не знать, куда их деть. И я знаю, здесь есть подобные люди, кандидаты в подобные люди с таким уровнем, поэтому я ожидаю от вас огромные вопросы. Только один человек. Супер. Ой, да не вопросов как-то. О, окей. Все, я увидел, микрофон мне возвращаем. Мне без него очень горестно. Так. Привет. Спасибо, вас всегда интересно слушать. Давайте поговорим о политике. Вернемся к началу вечера. Мы приняли в Украине этот закон 36-37. И такой вопрос. Вот что надо сделать государству? А, цель этого закона — сделать Украину полярная звезда, криптохаб номер один для бизнесов, чтобы они здесь открывали представительства, создавали новые компании. Вопрос. Это лозунг. Что надо конкретно сделать, вот три шага, государству для того, чтобы здесь появлялись такие бизнесы, в которые вы будете инвестировать, вот, чтобы это произошло? Этот вопрос все время задают на разных криптанских конференциях. Он всегда звучит, что нужно сделать государству, чтобы, ну, там, дальше, чтобы космические корабли бороздили большой театр. Самое смешное, что самое лучшее, что может сделать наше государство по опыту, это не делать ничего. И вот чтобы Украина была каким-то криптохабом всего мирового сообщества, лучшее, что страна могла сделать, это как раз не делать ничего. Когда мы, ну то есть нужно понимать, мировые стартапы,
технологические, которые производят какую-то консюмерскую электронику, они идут производить в Китай не потому, что там замечательное государство, нет коррупции, хорошее, значит, налогообложение, какие-то сопутствующие этому законы, а потому что там исторически, неважно по каким причинам уже на сегодняшний день, сложился мощнейший производственный кластер, и там стало производить надежно, дешево, выгодно и легко. Поэтому же Лондон становится центром финтеха, поэтому же, например, Нью-Йорк может быть центром торговли ценными бумагами и так далее. Сложилось сообщество профессионалов, появились ресурсы, и есть непротивление власти. Там нету такого, чтобы там какие-то были уникально крутые условия. Там совершенно другая сложилась атмосфера, и есть непротивление власти этому. В нашей стране непротивление декларируемое и непротивление на практике, они вообще никак не пересекаются. У нас по закону все можно. А до криптовых регуляций можно было творить вообще все, что хочешь. Но когда ты знаешь, что что угодно, например, силовики могут трактовать так, как им удобно, а судьи подпишут то, что им скажут, а потом вы это откатить не сможете, а сверху есть политическая цепочка, которая делает все это еще и коррумпированным, ну, как бы, какая разница, что написано в законе? У нас была самая сильная комьюнити с точки зрения профессиональных криптанов задолго до того, как появилась какая-то регуляция. Оно никуда не делось, но никто из них не благодарен ни Саше Барнякову, ни Минцифры за произошедшие изменения. Потому что мы все чудесно понимаем, что де юре и де факто в нашей стране никак не связаны. Отвечая на вопрос, чтобы в нашей стране появился криптохаб всея Руси и всего мира, нам нужно, чтобы государство не мешало людям честно зарабатывать деньги. Все, нам не нужны законы, не нужны регуляции. Это приятно, но это не ключевое. Ключевое, чтобы у нас людей не похищали на улице, как вспомнить нашего товарища Пашу Лернера. Чтобы у меня, ну, чтобы вы понимали просто, откуда я это взял, у меня 4 года назад была крупнейшая в Украине компания, которая занималась криптой максимально публично. 300 тысяч наших постоянных фолловеров, тысячи клиентов, миллионы долларов оборота только по образовательным продуктам. Ко мне приходили депутаты, ко мне приходили бандиты. Моего сотрудника поймали во дворе, зажали машинами, пытались разбить стекло, ограбить. Значит, к нам приходили, вымогали взятку. К нам на корпоратив ворвалось 4 быка, которые хотели со мной в лесу поговорить. Ну, то есть, вот этим должно заниматься государство, чтобы этого не происходило. Чтобы человек не мог прийти и сказать, я брат генпрокурора, поэтому ты сейчас сделаешь вот так, вот так, вот так, вот так. И мне кажется, что это вообще никак не связано вот с юридической частью регуляции. Наши люди не будут, ну или опасаются показывать честные обороты. Наши люди оставляют часть своего бизнеса в тени. Наши люди хотят работать на Запад и не отчитываться никак перед местными властями не потому, что законы плохие, а потому что люди плохие, который здесь контролирует исполнение этих законов. И моя мысль, должно смениться, наверное, это поколение. Должно в нашей стране произойти такие трансформации, которые сделают это все невозможным или как минимум невыгодным. Вот, и это займет, вероятно, годы. Сложный вопрос. Я советник Минцифры. И с одной стороны согласен с Димой, с другой стороны не согласен. И основываясь на этом, мы с вами не должны ходить в этой стране, дышать, выпускать законы любые, потому что у нас есть мусора, которые кошмарят бизнес, и СБУшники, которые живут так, как они хотят жить. Все, мы должны остановиться, перестать дышать, производить любые регуляции, делать что-либо, потому что есть мусора. Мусора есть, они никуда не делись, и они лучше не стали, мы это с вами все видим. Но в крипте есть определенная штука, кто, наверное, мало кто знает. Это вот не зря Дима вспомнил, там до сих пор есть чатик на 300 с чем-то человек, где сидят лучшие криптоны, наверное, СНГ. И в крипта development по крипте один из самых сильных всегда был в Украине. Ну, то есть у нас топовые сидят команды, топовые люди из Украины, всегда это было.
Наверное, поэтому этот еще второй фактор. Всегда была куча кэша на улицах и куча всяких разных контор, крупных и вам известных. Прекрасно кэшат эти деньги через всякие известные криптобиржи. И все там прекрасно оборачивается. Ну, классно, когда на некоторых больших биржах в Украине самая продаваемая пара — это USDT гривна. Вот, ну, то есть доллар к гривне, самая большая продаваемая пара. Ну, это же о многом говорит, наверное. Вот, но и прекрасно понимают, что происходит в этом бизнесе. Но действительно ли у нас есть возможность построить хаб из Украины? Есть. Действительно ли для этого нужно показывать хотя бы на внешних, для внешних инвесторов о том, что происходит вообще здесь? О том, что есть какой-то government, хотя бы не запирает это все и не говорит, что да идите нахер, как это происходит в многих странах. В многих странах невозможно открыть банковские счета, если вы, ребята, из крипты, это практически невозможно. Ну, то есть там на уровне государства идет достаточно сильный запрет. И можно. Для меня, я киевлянин, родился в Киеве, ну, большую часть жизни прожил в Киеве. И для меня, мне очень стыдно за то, что Киев не стал самой главной меккой для IT-предпринимателей со всего мира во время короны, потому что мог. Ну, у меня вот много друзей приехало из зарубежа в корону сюда, потому что вы же, ну, все здесь были, да? Всем было плевать на все, на маски, на все это остальное. А во всем мире, в принципе, как бы, ну, нормально позакрывали всех. И у меня много IT-предпринимателей из долины переехало сюда жить. Но они переезжали, потому что они знали. Потому что они приезжали и говорят, блин, здесь так дешево, красиво, классно, круто, мы здесь можем жить, это же так классно. И я думаю, блин, спасибо нашему мэру за то, что он ноль сделал на зарубежных рынках, для того, чтобы кто-то еще узнал о том, что сюда можно приехать, поднять, начать здесь доллар покупать, недвижимость бы росла, люди приезжают за рубежа, живут здесь, это же круто. Ну, как бы мы становимся хабом. Город сделал ноль. Ну, как бы, и уже всем плевать, никто не смотрит дальше, чем на год, на два, а это такая длинная инвестиция времени. При этом другие страны стараются, вы же знаете, все визит, куча рекламы других стран, на Ютубе вам крутится, поедьте в Норвегию, поедьте еще куда-то, как вот, ну, за чьи деньги? За них, конечно, не понимают, как это работает. И вот здесь, наверное, ключевой вопрос, поменяет ли что-то принятие закона? Наверное, нет. Ну, я вот не знаю, наверное, вот в краткосрочной перспективе нет. Показывает ли это, что мы более цивилизованные, адекватные, что сюда можно вообще смотреть зарубежным каким-либо компаниям, инвесторам, еще кого-то, да. Понимают ли они, что здесь происходит? Ну, конечно, понимают. Они же тоже не дураки. Они не будут заводить сюда огромные капиталы под рассказы про инвестнянь и так дальше и тому подобное. Здесь идиотов нет. Но нужно ли быть цивилизованнее многих стран в некоторых вопросах? Нужно. Вот у меня есть простой пример с Дией. Там срача вокруг этой идеи, все знают, вокруг да около. Есть огромное количество людей, которые дико против, потому что там можно подделать документы, можно там еще что-то. Ну, в общем, пишут какие-то доводы, я не эксперт, ну вот я читаю доводы, что можно подделать, можно, это вообще не документы в телефоне, это просто какая-то выписка с реестра, я вот читал на днях. И вообще это не то. А я сижу конкретно, думаю, так, паспорта по Украине можно было подделывать всегда. Ну, то есть всегда тупо в Авире подделывали паспорта, если вы не знаете. Ну, в смысле, за деньги. Это была классическая схема всю жизнь. Делали кучу паспортов. Всегда можно было брать кредиты на кого-то. Это всегда были схемы. То есть это новшество это не привнесло, как бы. Забыл ли я, когда я последний раз брал права? Я забыл, если честно. Ну, как бы я забыл права в Португалию. Ну, как бы я прилетел с Португалии вчера, я забыл тупо права. Ну, как бы, потому что я привык, что у меня, как бы, Дия, и пришлось не мне водить машину, потому что я тупо забыл права. И это в корне, ну, то есть у меня в голове уже привычка не брать с собой права. Да, оно, может, не так напилено, как надо, по всем стандартам, там, еще чего-то, но здесь мы молодцы. Ну, как бы, и это надо себя хвалить. У нас же проблема, мы же себя не хвалим, как страна вообще. Мы, ну, как бы, вот в Дия мне нравится. Я, ребята, если vaccination certificate у меня был, я вот в Португалии прилетел, у меня было удобнее, чем, блядь, на с нами французы были, они там что-то в своих этих каких-то бумажки выкапывают. Я эту Дию открыл, показал, он щелкнул, проходите. Ну, как бы, а там, ну, оно везде надо сейчас. Я вот, и я кайфанул. Поэтому поменяет ли это там сегодня? Наверное, нет. Да тут и менять особо нечего. Здесь уже состоявшаяся индустрия. Здесь много проектов по крипте, аутсорс по крипте здесь весь сидит. Здесь куча классных штук. Нужно ли это для того, чтобы это было более как-то целостно? И это был не дикий-дикий Запад, о котором говорил Дима, потому что, ну, как бы, наверное, написать идеальный закон невозможно, я вам как человек скажу. Да? Потому что в идеальном законе есть Министерство финансов. Вы давно пытались что-то объяснять Министерству финансов? Я не думаю, что вы пробовали. Пробовали им объяснить, в чем разница между айтишником и шахтером? И почему айтишникам надо давать льготы, а шахтерам не надо? Не пробовали? Как захотите объяснить, я вас позову с собой. Сходите, я посмотрю на ваше лицо после этого. Потому что в любом законе есть огромное количество интересантов со всех сторон.
И вопрос здесь не написать лучший закон, его написать невозможно. Ну, как бы сделать так, чтобы это было адекватно, круто и принесло какие-то плоды. И вот это, наверное, я считаю, что получилось. Потому что понятно, что какие в Здей-Сити, на которой есть куча агрессии со стороны аутсорс-бизнеса по понятным причинам, на которой есть куча других историй, когда вы живете на диком-диком Западе, вы можете делать 25-30% годовых. Так вы можете зарабатывать на нелегально как-то оборачиваясь с фопами денежки, тихонечко намучивая как-то баблишко. Ну вот это все муточки, они же вокруг многих индустрий, в IT в том числе. Как только вас начинают загонять в рамки, эта доходность начинает падать, потому что приходят другие игроки еще, они начинают здесь жить, они начинают здесь вращаться, они начинают платить работникам ставки, которые они привыкли платить в Штатах, и вам это очень не нравится. И вас начинают приводить в структуру, где вы уже не будете зарабатывать 25-30 годовых. И вот здесь, наверное, сложная история, потому что предприниматель с Украины, он сам по себе привык к большому риску и привык вот как-то отстаивать себя, свои позиции. А надо понимать, что в нормальных крупных рынках все друг за друга. Это очень классная штука. Вот у нас, понятно, что мы делаем разные бизнесы, и у нас вот, там, венчурные фонды в мире, там, ну, 10 тысяч венчурных фондов условно. И мы там, большую часть из них знаем. Все друг за друга, так или иначе. Ну, то есть, если будут какие-то там сильные потрясения, все мы будем пытаться найти как-то, чтобы поддержать друг друга. И это очень важно. У нас вот это про хату с краю, хотя это только часть поговорки, да, на самом деле, она, ну, как бы меня немножко всегда терзает, потому что, при всем прочем, я человек, которому очень нравится Украина. Ну, то есть, типа, я здесь живу, меня спрашивают, ну, как бы, и мне здесь реально круто. Но меня смущает много вот таких вот штук, поэтому надо гордиться тем, что мы делаем, у нас есть классные штуки. Отвечая на вопрос, и сори, что я так долго, что он такой более глубокий, отвечая на вопрос, потому что он задевает еще и мою часть там, вот, деятельности просветительскую, я считаю, что это нужно делать. Ну, то есть, потому что по-другому это будет нерегулируемо. Ну, то есть, это будет очень сложно привносить какие-то понятные правила игры. Микрокредиты боятся регуляции как огня. Ну, как бы, потому что как только появляется регуляция, неожиданно вокруг нельзя людям почки выбивать. Ну, как бы. И, в принципе, бизнес прикольный, но если не выбивать почки, уже не такой. Потому что доходность другая становится. И вот это очень интересная тема, потому что таких же бизнесов много, это же не только про крипту. Можно, если ты хочешь добавить что-то, можно идти следующий вопрос. Не-не, я бы переходил к следующему. Так, я здесь для вас. Окей. Ну, извините, тут очередь по вопросам. Вопрос не столько по инвестициям, по философии. Клуб больше так на философию. Смотрите, в основном, ну, наверное, тут будет определенный консенсус, что капитализм сделал мир богаче. То есть все началось интенсивно развиваться, железные дороги, акции, и они дали возможность мультипликации создавать. После этого резко мир начал становиться богаче, богаче, богаче. Почему? Потому что мультипликации давали те бизнесы, которые... Назовем их так, реальной экономики. Капитализм сделал практически все заводы, все пароходы и инфраструктуры. И рынок все время шатается, создаются пузыри, и он пытается уравновеситься. Не кажется ли вам, что в последнее время инвестиции с бешеной доходностью, которая доходность не... Собственно, основная доходность стала не дивиденды, а рост акций ради роста акций. Настолько создали ложные стимулы и перспективы, что мир начал жестко делиться на реальную экономику. То есть, если вы откроете, кто создает сталь сейчас, то это 5 государств. Кто создает уголь, это 15 государств. И вам не кажется, что эти ложные стимулы приведут, грубо скажем так, к зеленой радужной экономике, под которой не будет настоящей инфраструктуры, потому что никто туда не хочет вкладывать, в дороги, в пароходы и все такое, потому что низкая доходность. И окажется, что у нас высокая доходность в криптовалюте, в чем угодно, угодно, только через 10 лет, 15-20, окажется, что мы не вырабатываем электроэнергию. И это будет скрытый процесс достаточно, потому что инфраструктура достаточно долго может находиться на уровне. А потом выстрелит в один день, и все окажутся в разных лодках. И вот этот весь праздник жизни, весь резко окажется не в той лодке. Я думаю, что это... Ну, вы описываете, наверное, правильные процессы, но мне кажется, что не происходит замещение, а происходит наслаивание. То есть у нас была
экономика ресурсов. Тогда единственное, что мы умели, это добывать и юзать самым таким аборигенским неприхотливым способом. Потом мы научились ресурсы перерабатывать, делать все это немножко более машинизированно. У нас появилась экономика индустриализации. Уже как бы не ресурс был в фокусе, а способность этот ресурс перерабатывать. Там, начиная от стали, шпал, заканчивая заводами, пароходами. Потом у нас в какой-то момент появилась экономика информации. Потом у нас появилась следующая экономика ценностей. Потом мы постепенно пришли к экономике ожиданий. Сейчас на рынке торгуются, давайте я сделаю шаг назад, в любой экономике по мере того, как рынок... Хватит, ты сейчас рассказываешь секрет. Вот здесь просьба всех забыть все, что он говорил. Всех, все. Раз, два. О, боженьки. Все, на этот вопрос он ответил. Раз, раз, раз. Зафиналить мысль. Я думаю, что туда не будет отбиваться. Нет, в смысле, не будет на камеру. Ну, предлагаешь подождать. Вдруг там инвалид кто-то. В общем, моя мысль, что по мере того, как любой процесс становится более зрелым, он становится более стандартизированным, более конкурентным и менее маржинальным. И сырьевые производства к этому уже пришли. Нефть во всем мире плюс-минус в одну цену. Зерно, кофе, что угодно, очень сильно выравнивается глобализацией. В менее зрелых индустриях типа IT у нас еще есть качели. Что-то переоценено, что-то недооценено, что-то растет быстрее, что-то растет медленнее. Ну да, и мы пришли сейчас к тому, что люди наиболее заинтересованы торговать ожиданиями. Тесла стоит не столько, сколько зарабатывает, а столько, сколько может зарабатывать, если через 10 лет останется монополистом в гигантском выросшем рынке. Ну и так далее. То есть, ну вот меняются отношения людей. Коммодити становятся менее интересными, а ожидания становятся более интересными. Как? А следующий виток... А, окей. Понятно. Окей, а следующий виток этого развития изменит парадигму опять. И мы уже будем думать, а, Тесла это вчерашний день, вот эти надутые акции, пузыри, не пузыри, биткоины, не биткоины, это все понятно. А вот искусственный интеллект, предприятия, которые управляются не людьми, а мегамозгами, вот там будущее. А еще через 10 лет будет опять какая-то новая фишка. Блин, сложный вопрос. Я просто его обсуждал на днях в очень классном месте, где смог ограничиться себя от гаджетов полностью. И вопрос сложный. Мне кажется, что в принципе мир не стал богаче, ну если что. Вот. У 1% денег больше, чем у 99% в мире. И количество голодающих не становится меньше в мире. И количество... Я отвечу на вопрос на ваш, если вы не против. Ну, вы же задали его. Окей. Все неправда. Знаете, сколько 1% богатых людей в мире платит налогов? Не-не-не, я вопросом задал. Сколько они платят налогов в процентах от мира, как вы думаете? Имея 90... Не, платят 6%. Имея 99% ресурсов, платят 6% налогов, уклоняясь от 32% по последней статистике. И это достаточно легко гуглится. Мир стал богаче, в смысле нам дали айфоны и машины. Вы про это? Нет, мы стали лучше есть. Да, потому что... Сто процентов. Не точно не начнут падать одновременно, потому что в Украине спиздили все деньги на мостах. Ну, то есть, и спиздят еще раз по кругу 100 раз. Это точно не начнут падать одновременно. А, вопрос,
на самом деле, лично мне кажется, еще и в том, что мы должны... Вот вопрос кроется более философски. Куда это все идет? А идет это к тому, что ну, мы же стали действительно богаче, лучше, здоровее и все остальное. Только у нас нет ресурсов, которым обладают реально богатые люди, поверьте мне. У нас нет доступа к медицине, которой реально обладают богатые люди. В Украине практически ни у кого нет. И я говорю не о том, что я придумал, я говорю о том, что я вижу. А мне посчастливилось работать с людьми, у которых состояние по 50 там, миллиардов, ну там условно, там 35 есть. Один. Вот хороший пример. И я вижу, как приблизительно, с чего состоит приблизительно день у этих людей. И нам с вами, ну и мне тоже, и вам, и вот здесь в этом зале, вряд ли в жизни посчастливится добраться до тех денег даже близко. И до вот этого всего. Но нам дают хорошую иллюзию, что мы с вами богатые, потому что это единственный способ, чтобы, ну, все было окей. Мы идут к безусловному базовому доходу постепенно, потихонечку, потому что это понятный путь. В Европе, я просто, вот недавно у меня друзья из Праги, и я у них спросил, ну, они там жили всю жизнь, я спросил, кто из вас откажется, двушка евро, хата, и, пожалуйста, только, блядь, на выборы не ходите. Вот просто ваша задача не ходить на выборы и не протестовать. Кто согласится такие? Вообще-то, что проблема? Ну, это вообще идеальная жизнь. И понятно, потому что самое простое стадо контролируемое. Соответственно, вопрос больше философский. Нужны ли будут дороги, нужны ли будут мосты? Конечно, нужны будут. Прекрасно. Вот сейчас хороший показатель. У нас в Украине строят дороги. В Америке пошла большая стройка, да? Ну, то есть, кто знает, куча денег выделено на большую стройку, потому что это рабочие места и прямые деньги в экономику. И поэтому я не переживаю за мосты в Америке. Вот честно, не переживаю, потому что там садят в тюрьму, если мост падает. Садят тебя, финансово всех вместе, и там единственное известно. Я очень переживаю за мосты в Украине, наверное, как и вы, потому что, ну, прям страшно, когда едешь, оно трясется. Вот. Но это уже тот риск, который мы с вами принимаем, находясь в этой стране, потому что мы же тоже рискуем, да? Мы рискуем пьяным прокурором, который собьет нас, и ничего ему за это не будет. Мы рискуем много чем в этой стране, у нас тоже повышенный риск. Соответственно... Вот здесь такая тема. Я не переживаю за там, цивилизованные экономики. Они разберутся. Ну, как бы. Вопрос, что делать здесь, другая история. Надо понимать, куда все идет и где в этом месте хотите быть вы или я, или кто-то еще из нас. Если вам кажется, что сырьевая экономика сейчас недостаточно интересна, я думаю, что это цикличность, ну, в моем понимании. Я вижу, что хороший пример этому, например, выросшие полупроводники. Да? То есть очень хороший пример — это как сырьевая экономика, которая была абсолютно ну, там, очень понятной материи. Коронавирус и полупроводники стоят, и доходность на них сумасшедшая. Ну, как бы, и я знаю, потому что там наши же друзья, которые занимаются хардвером, говорят, что то, что они покупали по 10 центов, сейчас невозможно купить даже за 10 долларов. Его просто нет. А ну, цены стоят больше и больше. Вот неожиданно в старой понятной экономике, которая была всем ясна, вырос какой-то сегмент, который сильно вырос. Благодаря развитию технологий. Благодаря тому, что эти полупроводники вообще кому-то нужны. Ну, они с вами с телефона, в ключах для машины и во всем остальном. Мне кажется, что действительно не происходит замещение, а происходит наследие, как правильно сказал Дима. И тут вопрос просто, что будет выгоднее сегодня. Поверьте мне, когда произойдет много... Сейчас действительно технологический бум, да, потому что 70, я не помню, сколько это процентов, большая часть процентов экономики, ну, капитализации — это технологические компании. Сейчас Fortune 100, там больше всего технологических компаний. Но здесь вопрос, как долго это продлится. И такое же было с нефтью. Такое же было с нефтяными компаниями, все то же самое. Они просто были очень популярны. А сейчас нефтяные компании не популярны. На самом деле, я общался с ребятами, которые занимаются, вот, одни, которые занимаются фондой, и вот, ну, что-то скажут мне, но, насколько я знаю, нефтяные компании приносят не сильно хуже сейчас, там, чем любые другие. Но я знаю кучу фондов, именно, ну, больших, крупных, которые отказываются инвестировать в нефтяные компании, потому что это не модно. Потому что их limited partners не разрешают им инвестировать не в нефть. Ну, просто не модно. А в IT модно. Хотя доходность не меньше. И кто как бы спокойно к этому относится, инвестирует в нефть и зарабатывает себе деньги. Мне вот кажется, это... извини, я влез. Мне кажется, еще большой плюс экономик, неважно, там, развитых или развивающихся, все-таки это их саморегуляция. Сегодня вот диспозиция такая, как она есть. Что-то на хайпе, а что-то на дне интереса. Что-то commodity, а что-то кажется новым трендом. Как только начнут падать мосты в вашем условном примере, этот тренд просто поменяется. Резко станут более востребованы компании, которые производят сталь, краны, строят мосты, имеют специфическое ноу-хау по спасению людей из-под завалов мостов и так далее. Будет... Нормально.
нормальных странах строят мосты просто. Это же такой довод. В Китае будет там что-то план. За последних 5 лет построили столько миллионов дорог, сколько они построили там за все время. Да, потому что дороги — это связующее звено для экономики, ну, в том числе там, да. У нас строят дороги, это связующее звено для экономики. Поэтому я не, ну, как бы такой пример, я понимаю, я просто не, ну, как бы... Скорее, наверное, ваш довод может быть про то, что будет отмирать то, что не нужно, но оно не будет отмирать. Сантехники, сантехника не найти. Ну, как бы, кто искал сантехника вообще? Да их не найти. И люди идут, ну, их сложно найти реально нормальных сантехников. Они все либо в Польше, либо еще куда-то уехали на заработки. У них все там отлично. И что, соответственно? Соответственно, я знаю реально людей, которые переквалифицируются в сантехников. Потому что денег много в этой индустрии. Да, есть какой-то гэп временной, где все в поисках разнорабочих, потому что там пару лет никого нет. Но он заполняется. Есть хороший пример очень, о котором мы с вами забываем. Здесь, а мы с этим столкнемся, мы будем сталкиваться с вами больше, все больше будет разнорабочих с других стран. Здесь уже много иранцев. Потому что они здесь зарабатывают больше, чем зарабатывают в Дубае, условно, или у себя дома в Иране. И это круто для экономики, что мы можем создать рабочие места для того, чтобы, простите, но... более какими-то менее интеллектуальными работами занимались нации, где просто меньше денег им нужно. Потому что мы тем же самым занимаемся в Польше. Ну, как бы, да? И вот такой круговорот. Мы едем в Польшу на клубнику, к нам едут иранцы строить дороги. Ну, или там, подставьте уравнение. И это нормально для экономики. Поэтому я думаю, что это замещение 100% будет происходить, просто будет какой-то гэп. Да, но инфраструктурные истории, будь то мосты или еще что-то, в нормальных странах конкретно регулируются. Ну, то есть нельзя построить мост, если ты ФОП, который вчера появился на тендере. Такое может быть только в Украине. И вот это стрёмно. Ну, мое мнение, потому что как бы мне тоже здесь жить. Вот, мне не очень нравится эта история. Ну и еще одна мысль, просто чтобы эту дискуссию зафиналить. Я, честно говоря, не вижу большой трагедии в том, что что-то будет умирать и уходить навсегда. Ну, никто не печалится, что у нас пропали какие-то извозчие, пропали конюхи, пропали ковали, пропало много профессий, включая кочегаров там, и скоро, наверное, пропадут уже и шахтеры. Ну, как бы... То есть, с точки зрения антропологии, может быть, жаль, что какой-то пласт исторический уходит, и таких людей, таких профессий больше не будет. Но мне кажется, в целом, с точки зрения экономики, как эволюции, ну, здесь нет ничего плохого. Неэффективное исчезает. Люди заменяются. Материалы, которые были супер популярны 100 лет назад, могут исчезнуть навсегда по мере того, как появляются более новые с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Ну, то есть, мне кажется, что в целом вот стенания касательно изменений, которые происходят, это такие разговоры в пользу бедных. Мир меняется. Что-то становится невостребованным, оно должно умереть. Остаться рудиментом в очень незначительном количестве, чисто по фану, потому что люди это любят. А вместо вымерших профессий, бизнесов, секторов экономики и так далее, займут какие-то более соответствующие духу времени. А еще через 50 лет и про те никто не вспомнит. Как мы сегодня не вспомним какие-нибудь CD-диски, а потом мини-диски, а потом еще какие-то носители или Blu-ray. Ну, то есть у кого они остались, где они оставили какой-то значимый след. Мы с ностальгией вспоминаем винил, может быть, кассеты, бобины, я не думаю, что кто-то еще там сильно ностальгирует по ним. Ну, то есть, что-то останется только как какой-то культурный феномен. А что-то докажет свою эффективность приспособиться к новым реалиям. Очень прикольный, можно за следующий вопрос, я просто очень коротко. Очень прикольный, вот завтра вроде в Украине премьера «Дюны», да? И есть очень классный, как раз кто читал именно «Дюну» книги, он знает, что там вся философия построена вокруг, ну, одна из философий построена вокруг того, что все компьютеры нельзя использовать вообще, как класс. Ну, то есть все отказались от компьютеров. И там есть супердети, которые считают, условно, навигационные маршруты, потому что компьютеры нельзя. И вот много-много-много очень интересных вещей. И вот это же тоже один из виток, который, условно, может произойти там в нашем обществе, где в какой-то момент у нас будет война с искусственным интеллектом, и мы поймем, что это просто какая-то, ну, то есть с ним дальше нельзя. Поэтому я не думаю, что нам очень... У нас у всех людей есть большой синдром Бога, понимать вообще, что происходит. И вот здесь очень классно себе говорить, что ты не понимаешь. Ну, то есть вот я не понимаю, что будет через 5 лет. Я, ну, там, через 7. Мне меня очень сложно. Я не совсем хорошо понимаю, что будет в обществе, в социуме. Я могу прогнозировать, но для меня мой виток прогнозирования — это 3 года, например. Для себя по работе и по всему остальному. Вот я на 3 года могу прогнозировать свою жизнь приблизительно. И я надеюсь, что я угадаю.
А все дальше сложно. Я поэтому у меня очень большие проблемы с футурологами современными, особенно украинскими, это вообще пиздец. Вот. А с зарубежными вдвойне сложно. То есть как бы с украинскими сложно, потому что я футуролог в Украине, где еще даже курьером доставка не прилетает на дроне. Но я сейчас вам расскажу, что будет в мире. Потому что я уже был в долине 2,5-3 года назад, ко мне self-driving car привозил пиццу, машина просто сама, без водителя, уже в долине 3 года назад. И здесь мы бы такие все, футурология. А там люди живут в этом. И предсказывать что-то, мне кажется, это такая игра в Бога, которая, ну, не несет в себе никакой ценности. Хочется понять, что мы сможем это сделать, но в реальности, я думаю, нет. Надо для... Поэтому мне кажется, что на перспективе там 3 года глобально ничего не поменяется в экономике. Может произойти какое-то замещение, потому что действительно технологические компании раздуты, и это, ну, действительно модная история. Я не против ресурсов, если они экологичные и понятные. Вот. И мне кажется, что нужно, чтобы мы понимали, как далеко мы можем прогнозировать, как дело инвестиций, да, если назад, потому что это тоже важно прогнозировать. Кто-то хотел вопрос. У тебя очередь? Очередь, да. Ты очень классно сказал, что в Украине мы имеем повышенные риски. И хорошо бы было, чтобы за повышенные риски мы имели повышенный доход. Это правда. Мы имеем. Так, мне кажется, мы имеем. Да, да. Мы имеем. Мы имеем повышенный доход, на самом деле. Это тоже важно. То есть, покажите мне другой такой мировой город, какую-то значимую столицу, где можно в центре купить недвижимость по 2000 долларов за метр и сдавать ее с доходностью 10 годовых. Давайте перенесемся на 3 года назад в условно стабильной стране. Или на 10 лет, или на 2 года вперед. Ну, то есть, неважно. Волатильность той же недвижимости в других странах бывает не меньше. Где... Наши темпы роста, благосостояние людей сейчас вполне на мировых уровнях. Это очень важно. Где ты сможешь заработать в черную бабки, не заплатить с них налоги, купить после этого квартиру за кэш? И, ну, то есть это, вот, это, вот эти связу, свести вместе хоть как-то, и после этого заработать еще 10 годовых, нельзя ни в одной стране мира, не считая таких же стран, как мы, типа Филиппин, ну, там, вот, продолжаю перечислять. Потому что это невозможно. Ну, то есть я помню, когда я покупал квартиру за рубежом в Испании, меня вытрясли все просто. Вот, ну, то есть просто вплоть до справки какой-то из 7-го класса. Вот, потому что, да, там была большая сумма денег, да, там сейчас чуть проще у нас, уже это было там несколько лет назад, сейчас чуть проще, но вот связут эти 4 штуки невозможно. А мы все привыкли кэшить бабочки втихую как-нибудь там, мы все привыкли как-то тихонечко там намутиться, налоги не заплатить. Это же национальная идея, наебать государство здесь. Вот, и поэтому мне кажется, что вот эта связь вообще невозможна, она вот только в самых разных, потому что, в принципе, там, может быть, где-нибудь в Нью-Йорке можно купить какое-то здание, реновация, это все сильно сложно, но именно действительно это уже будет профессиональное инвестирование, а купить там по 10 годовых, просто пойти купить невозможно нигде, вас даже не пустят в то жилье, которое будет, там уже все поделено, ну, задавно. Вопрос. Так, друзья, у нас сдохли звук внутри. Можно хотя бы не говорить в пустой микрофон? Я себя чувствую, что... Но онлайн идет, и вообще-то все пишется. А можно онлайн закончить, сказать, вот на этом мы прощаемся? Продолжить для тех, кто дошел. Да. Ну, а контент и вот прочие как бы дела. Скажем, пока. Давай мы зададим тогда сейчас последний вопросец. Да, Игорь. На него ответик, и после этого мы уже обрезаем, и давайте уже узким кругом пообщаемся, и у нас стынет ужин. У нас стынет ужин. Прекрасно. Стынет ужин. За ужин. Ребят, спасибо большое за классные ответы. Спасибо большое за классные ответы. Очень интересно было вас слушать. Я вот так смотрю по поднятым рукам на вопрос, кто занимается инвестициями. Мало кто ответил, кто поднял руку. Ну, наверное. Но мне все-таки кажется, что тут много людей, которые ищут путь, да, то есть они ищут во что инвестировать, что им делать, куда двигаться, видят, что рынок вроде бы растет, фонда, крипта растет, что делать. И вот вы, отвечая на... Ух ты, магия. И вы, отвечая на вопрос, как бы вы отвечаете на этот вопрос, по сути, всей аудитории, вы посоветовали сделать две вещи. Первое – это диверсифицировать максимально. Второй ответ – это довериться asset менеджеру. По сути, asset management, я согласен, это действительно правильное решение. По своему опыту скажу, что когда ты там первый, второй год занимаешься инвестициями, ты смотришь на график постоянно, ты спишь с графиком и так далее. Но потом ты начинаешь привыкать, у тебя становятся эмоции меньше, и
включается математика и другие какие-то правильные вещи. Поэтому asset management однозначно плюс. Но хочу еще рассказать такой момент. Третье, это как бы как покупка страховки. И вот с одной стороны хотел бы сделать такой комментарий, с другой стороны потом задать вам вопрос по этому поводу. В последние 10 лет в Штатах очень сильно развивается финансовая грамотность людей. Все действительно инвестируют, ну не только последние там, 10 лет инвестируют акции, но просто последние 10 лет многие экономисты активно работают над повышением уровня и добавляют различные деривативы. Например, вот в 2013 году Роберт Шиллер получил Нобелевскую премию за как раз добавление серии деривативов на Чикагской бирже. И вот очень простой пример, как можно за, как бы, застраховать себя. Например, вы работаете в атомной энергетике, и вы там получаете хорошую зарплату, и вы хотите себя застраховать от каких-то возможных рисков, что вы потеряете какую-то часть своего дохода. Что вы делаете? Вы делаете, открываете шорт, либо покупаете пут-опцион. И таким образом, если вы, эта индустрия растет дальше, вы, по сути, зарабатываете по чуть-чуть, у вас там приходит зарплата или там какие-то дивиденды, а если у вас появляется в индустрии проблема, тогда вы, соответственно, можете заработать на этом шорте или на пут-опционе. Я хотел вот и, кстати, потом подключается статистика, вот те вещи, про которые вы рассказываете, что нужно много подтверждений получить и так далее. Я хотел спросить у вас, можете ли вы посоветовать еще что-то аудитории, помимо вот этих двух, диверсификация и по поводу довериться asset менеджеру, может дать какой-то другой совет, что вы из своего опыта инвестиционного применяете? Вот мой личный совет — это вот покупать страховки, там шорты открывать, опционы, потому что это реально может спасти жизнь или там финансовое состояние какого-то человека. Что вы могли еще бы от себя посоветовать? Спасибо. Очень коротко, есть слона по кускам, потому что по лицам людей я понял, что пут-опцион, шорт — это прикольно, шорт вроде похоже на шорты, но не совсем. Вот. И люди, уверен, ли знают это из сериала «Миллиарды» или любого другого похожего, а в принципе даже не знают, что это такое. Поэтому мне кажется, что есть слона по частям, потому что вы должны делать все постепенно, а не сразу рваться. Я никогда не ставил шорт в своей жизни, потому что я не умею это делать. Я не занимаюсь этим, у меня есть люди, которые занимаются этим. Вот и все. Поэтому я сейчас не разбираюсь, хеджируют ли они риски или нет. Я смотрю на то, что они приносят, и все. Вот это мой ответ. Окей. Если можно короткую ремарку к вашему комментарию. Я бы сказал, что я даже не знаю, какую аллегорию к этому провести, но я попробую парафразировать, то понятно, немножко гиперболизую. Вы сейчас сказали следующее. Если вы боитесь, что в вашей жизни может случиться неожиданное негативное событие, например, может к вам в дом ночью ворваться грабитель, то вы возьмите гранату, выдерните чеку, зажмите ее как следует и положите под подушку. И спите чутко. И тогда, когда ворвется грабитель, вы сможете его там, значит, неожиданно противодействовать ему с помощью этого нехитрого инструмента. Назовем это все страховкой. Вот в моем понимании обращение человека неопытного с шортом и с опционами — это вот примерно сродни взведенной гранате, которую вы держите в руке. Если до этого вы не служили 20 лет спецназовцем, то, скорее всего, это плохая идея. Если служили, классный инструмент. К сожалению, у любых инструментов инвестиционного толка они не бывают без недостатков. Но они идеальными не бывают. Вот у них есть свои плюсы, свое назначение, свое какое-то, ну, как бы цель, которую они могут исполнять достаточно эффективно, а для всего остального они подходят плохо. Шорты и деривативы придуманы для спекуляций. Их можно использовать для хеджирования, для защиты, для использовать их как страховку. Но это как использовать обоюдоострый кинжал для защиты. Это возможно, но требует навыка. Неопытный человек, скорее всего, порежется. Ну, порежется с большей вероятностью, чем защитится. По той же причине во многих странах не продают оружие для самообороны, чутко следя за статистикой, что оружие, купленное для самообороны, как правило, используется не очень эффективно и себе во вред. Вот, поняв поэтому мысль, чтобы что угодно делать с инвестициями, нужно посвятить этому время, изучить материю, изучить инструменты, понимать их сферу применения, и годик так на третий-четвертый применение вы научитесь владеть им достаточно безопасно для себя. До тех пор у вас высокий риск выстрелить себе в ногу
случайно, по недосмотру и так далее. Я думаю, немало людей ликвиднуло на шантах. Многие познакомились с дядей Колин. Знаете, когда приходит Николай Маржин, ну, Коля Маржин, все понимают. Вот, он приходит в самый неподходящий для этого момент. Вот, ну, это просто ремарка к тому, что будьте осторожны, когда вы называете как бы инструмент, отождествляете его со страховкой. Это более тонкий инструмент. Теперь, возвращаясь к вопросу, так что же нам всем делать, какие есть общие советы? Я могу дать рекомендации, исходя из того, чем больше всего занимаемся. То есть наш фокус как клуба – это инвестиции в реальном секторе в Украине. Рекомендации, которые я уже тоже озвучил, но я повторю. Не принимайте никаких инвестиционных решений, пока не погрузились в тематику, не потратили на нее хотя бы 100 часов. Вот это хорошая страховка. Вот это правда инструмент, который я всем рекомендую. Не проводите, не принимайте никаких инвестиционных решений, пока вы не посмотрели 10 альтернатив. Не нашли 10 альтернатив, значит, вы инвестируете в слишком узкий сегмент, и не стоит этого делать. Не принимайте решения, не инвестируйте в активы, по которым вам не с кем посоветоваться. Если в вашем окружении нет специалиста по этим активам, опять возвращаемся к тому же пункту, это слишком узкий сегмент, раз в вашем окружении не нашлось по нему спецов. Ищите, проинвестируйте, когда найдете. Дальше. Не инвестируйте в активы, которые сами не понимаете, не контролируете, не способны приобрести, не способны оценить, не способны продать, не способны хранить, не способны самостоятельно ими распоряжаться. Вот не можете, значит, не ваш актив. Если у вас нет необходимых лицензий, складов, вам чего угодно не хватает, чтобы все это делать самостоятельно, этот актив вам не подходит, это не ваш актив. Далее. Если вы инвестируете, вы должны получить твердое право собственности на какой-то понятный твердый актив. Если вы это не можете сделать, ну, значит, эта инвестиция пока не соответствует вашему уровню опыта или вашему карману, или вашим амбициям. Оформляйте все исключительно на себя. Работайте с активами, в которых вы можете добиться понятного права собственности. Шаг влево, шаг вправо, ваши риски только повышает. И, ну, чтобы это как-то чем-то еще здраво зафиналить, то мне кажется, что это очень хорошая практика. В принципе, вот мне понравился тезис про то, чтобы есть слона по кусочку, не хвататься за все и сразу, несмотря на то, что вы хотите диверсификации, начинать с чего-то, что попроще, что в большей степени соответствует вот всем названным критериям надежной и понятной инвестиции, и постепенно пробирайтесь к более сложным, повышая собственное понимание вопроса, повышая свой опыт, повышая свои знания и навыки в инвестиционной тематике. Это будет вашим хеджем, это и будет вашим противодействием риску. Своим опытом, своей насмотренностью, своим окружением, наличием рядом с вами правильных консультантов и советчиков, поддерживающего такого вовлеченного окружения, вы тоже хеджируете свои риски своими знаниями и готовностью потратить на это время. И наша философия нас привела вот к такой нехитрой логике. Любую инвестицию, которую мы делаем под контролем компании, которая занимается ровно такими инвестициями много лет. Мы работаем только, когда компания готова на себя взять конкретные финансовые гарантии. Когда компания нам дает какие-то прогнозы, мы заставляем их эти прогнозы подкрепить конкретными обязательствами. И проверяем, что у них есть активы, которые позволят им выполнить эти обязательства в случае, ну, если прогноз не будет исполнен. То есть не нужно верить кому-то на слово, не нужно верить каким-то неподкрепленным идеям о том, как будет развиваться ситуация в будущем. Не нужно передавать свои деньги чужим дядям, чтобы они хранились не пойми как и не пойми где. Вот используя эти нехитрые, там, грубо 10 правил, вы в Украине даже с нашими там высокорисковыми экономическими и политическими ситуациями деньги не потеряете. Но это займет у вас приличное количество времени, потребует вовлечения. Хотите с себя это бремя снять, готовьтесь к тому, что часть ваших сделок будет провальными. Вы купите себе опыт.
Я пока начал хорошо инвестировать в Украине. Я до этого 200 тысяч долларов плохо проинвестировал в Украине. Что там с Бэхой? Бэха, по-моему, да? Бэху продали в минус 10. У нас когда-то была такая инвестиция. Мы пригнали из Штатов X5 гибрид. Должны были на нем заработать 15-шку сверху. Заработали минус 10. Ну, это все опыт, который по чуть-чуть покупается. Мой лишь вам совет, не покупайте себе опыт сразу задорого, потому что вы его так не сможете монетизировать, как мы с Игорем. Мы каждый свой негативный кейс потом можем превратить опять в деньги, пересказывая его вам, пересказывая его клиентам, давая ценность, таким образом и за это зарабатывая денег в виде наших комиссий за успешно сделанные кейсы. Вы, как частный инвестор, скорее всего, свой негативный опыт монетизировать не сможете. Восполнить свои запасы денег большинство людей быстро не способны. Они долго зарабатывают, и если потом быстро теряют, то наверстать уже очень тяжело. Вот, поэтому как бы, старайтесь начинать с чего-то, где ваши риски поменьше, и по мере появления у вас опыта, насмотренности, знаний, окружения, профессионалов, консультантов и так далее, становитесь более рисковым инвестором. Дорогие... Тоже правильно. Дорогие спикеры, что делаем? Прекращаем? Да, завершаем, переходим в колуары? Да. Дмитрий? Я за любой кипиш, кроме голодовки. Друзья, к сожалению, вынуждены... отпускать наших спикеров, и мне только что саппорт сказал очень важную вещь. У нас появился YouTube-канал. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк, сделайте репост. И я... Колокольчик. Колокольчик, да. Кроме YouTube-канала, у нас есть еще и Instagram, loja.community. И у нас даже есть TikTok. И, в принципе, по поиску в TikTok вы сможете найти ложа, значит, и TikTok. В общем, я начинающий блогер, я уже не знаю, что там нужно говорить, но обязательно найдите нас во всех социальных медиа, поставьте везде какие можно колокольчики, лайки, сердечки, добавьте, репостните, киньте своим друзьям. А теперь еще давайте сделаем огромные бурные аплодисменты нашим спикерам. Отлично. Прям чувствую себя спикером какого-то пирамидоса, точно готов в лицо какой-то пирамиды. И все вопросики, которые здесь остались, и я знаю, они здесь остались, мы можем задать уже здесь колуарно, когда будут собирать зал, и мы будем так потихонечку собираться и уходить. Поэтому можно еще пообщаться. Сейчас даже у нас музычку какую-то такую включат интересную, окей? Всем спасибо. Социальные сети, ютубчики, колокольчики, сердечки. Можно вопрос по IPO?